Все, да, вроде как слышно. Этот стрим как моя эрекция. Неплохо, неплохо. Главное, что снова встал. Ноль человек. Окей. Так, шо, чат. Плюсик, если круто. Так, дайте я просто, если вам круто, пацаны, если у вас хорошее настроение, если вы все довольны, плюсик в чат, пожалуйста, если круто жить, если круто существовать. Можно я еще раз посмотрю этот ТикТок? Да. Так, сейчас. Ой, ой, твою мать. 24. Я выиграл. Ай, бля, я ее вижу. Вон она. Забираем, это наша. Давай. Катерина, я считаю, как будто чуть колено, блядь, не сломал. Я считаю, вторая лучше, но можно ее сделать лучше, чтобы когда начинают ржать, типа я выиграл, он ее начал очень быстро крутить, ускорить. Кстати, да, зациклить пару кадров, и да. Зациклить, как будто она в миксере. Да, это неплохо. Но а еще я вспомнил эти времена в РП, то, что там было весело, с Димой мы сидели, играли, да, ништяк. Да, конечно, с Димой, да. Но, бля, чат, если кто-то есть у нас, кто знает дядек со всяких GTA 5 РП серверов, дайте нам знать. Так у меня ссылка есть, NextRP, мы можем хоть это... И шо, пидорас, от нас скрываешь такой? Я говорил Максу миллион раз. Нет, не было. Вот я, он за спиной держал, в кулачке сжал ссылку и не показывал. Не было. Подожди. You motherfucking. Подожди, ты... Подожди, Дима, так у нас есть ссылка, у Коли есть ссылка на РП. Так давайте поиграем. Ну, давайте сначала посмотрим ТикТоки. Окей. Говорил, бля, полгода назад. Вот, Громпуза, ты ж мой человечек. Ладно, что, второй, я так понимаю, да? Да, второй. Второй. Все, хорошо. Я типа спорить не буду. Так, все, поехали. 19-й. Громпуза, я тебя сегодня в таке не победил или я тебя проебал? Подожди, 19-й был. Так, стоп. А, там сдублировалось. А, дублировалось. Так, окей. Значит, мы 20-й. Угу. Берем 20. Сейчас, подожди, я удалю нахуй эту строку. Удалить нахуй. А, я проебал тебе. Все, 19-й можешь. 19-й, поехали. А так бывает? What is this shit? Это что за хуй косматый? Это ссылка, но она ведет на канал. У вас тоже так? Да. Я не знаю, но это как типа там скидывали, я все и копировал. Ну, значит, наверное, и все. Да, не может, там есть какой-нибудь из последних. А, погоди, это, по-моему, типы, которые делали клип. Ну, как бы мы бы. Сейчас я могу найти это. Чекни, пока второй, я найду эту ссылку, где они кидали это, и найду. Коля криворукий. Даже не говори на Колю. Неправда. Так. А, вон Тайнаков пишет, алло, стой. Ой, вот, ты сможешь это открыть? Блять. Сука, твою мать. Я же под эту музыку, какое-то говно. Я в ужасе. Так. Я в Дискорде скинул. Так, проверяю, ага. Против чего? Ждем. Поехали. О. Ну, откровенный немной. Меня чувство юмора умерло. Какой препарат нужно принимать? Шутка Филипп. Это схавал. По таблеткам. Захватил мир. Шутка Филипп. Это схавал. Это так странно, что они в паре. По таблеткам. Захватил мир. Шутка Филипп. Это схавал. Ебать. Охуенная вещь. Я тебе говорю, работает? Нихуя не понял, как так. Спасибо тебе большое за бабки. Шутка Филипп. Бля, это ужасно. Этот шутка Филипп говорю. Захватил мир. Шутка Филипп. Это схавал. Шутка Филипп. Это схавал. Таблетки. Захватим. 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 Захватим.
Север СТ. Пацаны, вот вы, сука, злые, вот вы, блядь, квозяки, вот вы крокозяблые, ебать вы зерги. Вы чё такие злые, злючие сидите, зубы скалите, рычите, показываете, вы вообще ноль шансов, ничего, ничего, блядь, не любви. Когда-то Моргенштерн тоже делал вот такой клип, да, ему тоже да, вот так вот писали. Да. Ни любви, ни тоски, ни жалости, это сволочи. Теперь пацаны. Аристократ. Он теперь аристократ. Ладно, скажем так, среди этих двух паук, которого убили с помощью освежителя воздуха, вообще не проходит никуда. Этого вообще не должно было существовать. Так что так, давай оставим шуткофилин, наверное, да? А, ну, так, да. Так, это был 20-й, да? Chest Pain за подписочку, спасибо. Так, это был 20-й, окей. Погнали 21-й. О, господи. Коля. Мы пожарили Колю. Я же, блядь. Твою мать, блядь. Мне нравятся плечи, которые выскакивают из этого, знаешь. У меня, кстати, похожие нарезки делает племянница в ТикТок. Но это хорошо, это хорошо, ладно. Я что-то очень похож на чела из постала. Кстати, а может быть, кстати, и похож. Вы же оба рыжие, получается. Я оба из постала. Надо пропустить. Набери воды в стакан. Я, кстати, помню, там тип писал про то, что «пожалуйста, вспомните этот мем, если вы его не вспомните, будет очень тупо». Вышло очень тупо, я могу сказать. Надеюсь, вы все вспомнили. Ну, мне приятно смотреть на Дэна, я с ним не виделся где-то месяц уже. Я только поэтому, мое сердце тает, я хочу не убирать этот ТикТок, но, походу, там, где пожарили Колю, ближе к реальности. Ну да, да, да. Это 20-й. Коля, твой лучше. Так, окей. Это был 22-й. Все, это 22-й, да, был? Да, это все. Был 22-й. А как, погоди, а между... А, не-не-не, это был 21-й выиграл, 21-й выиграл. Ага, все. 23-й. Так, включай 23-й. Ой, блядь, куда мы нахуй идем? В светлое будущее. Да ну его в пизду, твое будущее это, блядь. Уже ничего так оно же светлое. Да, блядь, я люблю, когда потемнее. Назвал альбом словом, которое спасает стримеров при случайной оговорке. Miramax Films представляет. Это Милан, Нега. Нега, альбом, да. Производство Джерси Филдс. Режиссер Квентин Тарантино. Фу, это же самый мерзкий существо во вселенной. Она, блядь, похожа на ксеноморф. Привет, Кариночка, покажи, пожалуйста, сердечко. Ахаха, пошла нахуй. На вас. Я не знаю, что я ожидал. Ой, блядь. Набор. Мне нравится Гудбой. Угарно. Ахахаха. Гудбой это хороший. Вот слушай, он реально Гудбой. Он как вот, знаешь, виляет хвостом на каждое что-то. Ну, конечно, времена, да, бородатые были. Странно, это было где-то около 3 лет назад, а у меня там голос, как у 16-летки, и не вот помню. Вот у меня тоже, да. Это и было... микрофон как будто, блядь, тоже постарел на 3 года, хотя он один и тот же, по-моему, был. Странно, это все так странно ощущается, как будто реально в какие-то древние бородатые времена залезли. Вроде ничего, у меня микрофон-то и не изменился с тех времен, а что? То же самое. Удивительно. Может, он специально подкрутил колки, чтобы этот ретро-эффект создать? Да, этот фильтр ностальгия. TikTok компресснул, может быть. Ну, у остальных же не компресснул так. Окей. Мне похуй. Окей, это был 23-й, включаю 24-й. Это от него же, кстати, он... А, это от него же? По-моему. Не так давно демонстрировал некий импульсный удар. Да. Он, возможен... При особых условиях... Ах, блядь, пацаны, вы улетели, о, нахуй! Не так давно демонстрировали некий... То есть тип сам с собой поборолся и дважды проебал?
У него третий там еще. Сам себе. Погоди, вот этот кадр нахуй. Не, подожди, нормально, давай сразу третий, его же смотрим. Ну-ка. Три можно было? Ну да. Это ж, ну, это ж хохол. Ему можно хоть что, блядь, хоть на голову сыну, похуй. Заткнись нахуй, Дэн, ты чё несёшь? Что ж ты сказал? Тихо, тихо, фу, это самый. Ты нихуя не святой, Максим. Ну бан, он мне репорт, я ему бан. Да нет, шутка, конечно, ребят, смотрим видос. Да, бля! Пацаны, я удаляю стрим. Пацаны, я удаляю стрим. Но на самом деле... Ты мусоровоз какой-то, нахуй. Не шеми, пацана, он сидел, делал 3 тиктока нам. Stop hate speech on this stream, please. You motherfucker. Подожди, мы говорили, что просто клипы тоже принимаются. Просто клипы тоже принимаются. И из всех трех работ давай оставим его вот эту последнюю, которая просто клип, да. Ну да, ты третья, наверное. Да, окей. Так, 26-й, 27-й сейчас будет. 26-й, поехали. О, стой, зрителей видно сколько. О, ты шестой, нихуя себе. Во, это прям охуенно было, я помню, Мужик, не паникуй. Все нормально. Ты же тоже должен себе отдавать отчет, что выиграет и что не выиграет в конце. Это первый этап. Вот я это смотрел и думал, у нас будут такие траблы, когда он против прикола столкнется. Да, блядь, как это сфигенится. Блин, охуенно. Охуенно. Не обсуждается. Мне этот ТикТок очень нравится. Это хендмейд, это формат чик-чока. Сука, чуть не сказал. Чуть не сказал. Чин-чопа. Так, окей. 27-й. Я тебя расхуярю. Два ФПС. Чего? Нахуй. Вот это пара у нас. Реально пара пиздец. Пара с разных планет. When you see it, you shit bricks. You shit bricks. Пара из разных планет. По натуре, с Марса и с Венеры. Так, окей. Мир наскоряк, как обычно, очень хорошо нарисовал нам арт, который подходит к данной ситуации. Посмотри. Этот сидит зачем? Я так хочу энергетик или чего-нибудь попить. Ну-ка, у меня хоть вода есть? Приезжай. У тебя есть энергетосы, да? Целый холодильничек, да? Целый мини-бар, да. Ай, хорошо. Я сегодня 96 еще заказал энергетиков. Чего, блядь? Ёба, народ. Сколько? Они дешевле так выходят. Побереги себя, погоди-ка. Я помню одного типа ночью мне позвонил, сказал, что умирает, что с желудком что-то. Это не ты был? Нет. А 96 нет. Энергетиков ты заказываешь? Это два разных типа, да? Да, блядь, я их очень медленно пью. Не надо пиздеть. У меня самоконтроль на уровне, нахуй. На тебя сегодня плохо влияет, по-моему. Братан. Пей хотя бы там, не знаю, только по выходным, раз в неделю, но ты что, угораешь? Энергетики, чистый яд в банке, все что угодно, но не энергетики.
Да, у меня, кстати, от них похмелье началось, потому что это такой удар по печени. Это как... Ой, Вася, даже я не буду сейчас ничего рассказывать. Твоя жизнь, ты здоровый мужик, блядь. Бабушка, блядь, успокойся, все нормально. Бабушка, баря, бабушка. Я сижу. Окей, окей, окей. Так, что, обоих оставляем? Да, я думаю, да. Да, да, я думаю, да. Это какие были? Это был 26-й, 27-й, да. Как вас спросили забыть. Спросить, забыли забыть. Поехали. Забыли забыть, поехали, 28. Макса нет! Макса нет! Нахуй тебе здесь? Почему Дав не подрубает? Даже ведь конец месяца, позвоните ему! Блять, бегите нахуй! Откуда мне знать, сукины дети? Мне тут нравится. Эй, блядь, я просто хотел стримить кота и рыгать, за что мне это? Где Максим? Ой, а что, стримишь, да, но я не знаю, вырубай нахуй хз, подвинься давай. Чё, я выпадал нахуй месяц? Димас, спокойно, сейчас отстреляется, буду на еду это смотреть. Ты в ТикТоке уже целый год торчишь, тебе же пиздец. Не ссы, ТикТоки есть. Но они только для меня. Здорово, пацаны, сколько ТикТоков нашел. Дай ТикТок на камеру. Бля, я опять не сохранил, что ли? Дай ТикТок. Не да, вот тебе вместо ТикТока реклама мой мэр. Дай на днях будет. Ну мне похуй, вырубай, блядь, вообще шикарно. Да, подвинься, да. Ну я похуй не знаю, подрубай, подвинься. Давай там. Дима весь месяц застреливается один на стримах. What the fuck, это отлично, отлично. Во-первых, это... Блин. Во-первых, это отлично. Тайнаков, это сделал Тайнаков. Как всегда, блядь, победитель вечный. Всегда, блядь, ты заебал во всем хорошем, блядь. Кстати, и вообще вот этот вот формат Emerald Weapon, это что-то с чем-то, это всем. Это всем нравится, это всегда. Это будет вечно, это будет классика. Так что... Emerald Weapon, что он делал? Ссылку сейчас... Ну, отдай хлеб, отдай этот, говночер... Как это? Каменщик? Каменщик, во-во. О, круто. Говорит, Макс, это своровано. Как это может быть сворованным, братан? What the fuck? Так, окей. Думаешь, не сам этот ролик делал? В смысле, вот эти рендеры, отстрелы, думаешь, не его? Ладно, ладно. 29-й. На самом деле мне тоже нравится. Мне это тоже очень понравилось. Конечно, блядь, да как их сравнить-то? Почему они идут парами? То сильные, то слабые. Оба пропустим, хули. Давайте, давайте. Давайте, а? Не, ну ладно. Если хотите, пропускайте, но мне второй меньше понравился. Прям вот. Второй? Сравнимо меньше. Ну, слушай, будет еще тур, будет еще один, так что все хорошо. Ну, все хорошо, давай, я перенес. Просто смотри, если ты посмотришь сейчас, то мы пропустили последние 4 ТикТока все. Я вижу, да, я вижу. Что с этим поделать? Ой, даже 5, потому что это мы тоже пропускаем. Типа, блин... Первый лучше второго, но я хочу оба пропустить. Ну, я бы просто его еще один раз посмотрел потом, вот только ради того, ну, все, чтобы... Ну все, хорошо, ага, давай, ага. Дальше. Да, просто, да, просто потом еще раз глянем оба, да. Погнали, 30-й. Что, мало было? Добавить? Мне добавить. Уф. Если вот этот с предыдущим, мы бы опять не смогли выбрать, так что... Ну нет, они типа оба про одно и то же, и там можно было... А если между двумя этими выбирать, то мне первый больше понравился. Этот махонький, блин, я ничего не вижу.
Да, ну первый прям такой драйвовый там. Ту-ту-ту-ту, а, вот это вот. Да-да, вот это. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну слушай, Outer Wilds, братишка, давай, блядь, не барагой, сниму воду, чтобы вместе с вами смотреть и отбирать. Живая реакция. What the fuck? Ты что говоришь вообще? Давай дальше. Так, так. И еще потому, что мы не успели. 31-й. Ну... Я отсмотрел. Ну, так, сейчас. Чем берет вот первым? Смотрим? Да. Ну, чем берет вот всякие такие тянки, которые танцуют в ТикТоке, там по 3 смотрят. Ну, у них что? Потому что, блядь, писька играет у всяких даунов. Ну, у меня играет. Ты понял, что? Че ты мне сделаешь? Так давай, сделай, блядь. Блядь. Ну, у меня писька. Ну, у меня писька играет, и че? Ну, чем берет? Оно прям так ложится на видос. Да. А можно еще раз? Сейчас я послушаю. Я просто еще не разобрал, кто говорит, и вы, или не мы, или не мы, или кто это вообще говорит. Можно еще? Да. Я с тобой. А, ну, не, это понятно. Я имею в виду сейчас. Ну-ка еще раз, можно? Ну, чем берет вот всякие такие тянки, которые танцуют в ТикТоке, там по 3 смотрят? Ну, у них что? Потому что, блядь, писька играет у всяких даунов. Ну, у меня играет. Ты что, понял, что они идут? Что ты мне сделаешь? Так давай, сделай, блядь. Блядь. Ну, у меня писька. Ну, у меня писька играет, и чё? Ну, чем? Прям так уверенно. Ну, у меня писька играет, и чё? Ну, это хороший ТикТок. Кто-то ссылку просил. А чё Гудбой написал? Чё Гудбой написал? Гудбой конфликт, получается, написал. Окей. Если между этими двумя, то второе однозначно. Я считаю. Я первый забыл, если честно. У меня один нюанс, я сейчас послушал, я всегда так скучно звучу, блядь. Да, ну не всегда, конечно же. Слушай. Хорошо. Не. На самом деле, второй, наверное, побеждает. Конечно, про Tekken мемы я люблю, уважаю, там все мне понравилось. Лично мне предыдущий видос пиздец как нравится, но объективно этот, конечно, посильнее. И подожди, почему все думают, что это не конец? Это был конец. Мне типы пишут, да не ставь на паузу, блядь. Берет вот всякие такие тянки, которые танцуют в ТикТоке, там по 3 смотрят. Ну, у них что? Потому что, блядь, писька играет у всяких даунов. Ну, у меня играет. Ты что, понял, что... Нет, все правильно, это был повтор, все в порядке. Слушай, хороший ТикТок. Оно там на письке в конце кончается. Поехали, 32-й. Говорит, закрепи вкладку с Excel. Это не так работает, это все в облаке. Подписался. Честно говоря. Да, база. Какая-то база для чего-то, фундамент для чего-то. Ну, взял обидел Диму, взял обидел Колю. Зачем Гнидуса написал? Ну-ка, ладно, 32-й. Мама приучила кто-то одеваться. Мама учила меня никогда не сдаваться. У моей мамы красивые глаза. Она мне говорит теплые слова. Мама приучила. Вау, какая хуйня. Я боюсь, что сейчас в чате будет. Неплохо постарались. Но я вам скажу так. Погодите. Не, вы чё, сука, девственники, вы чё? Вы чё, сука, творите? У меня писька играет, и чё? Вы так не можете делать, вы так делать не можете. Вы думаете, это не схема? О, пацаны, вы ошибаетесь.
Конечно же, побеждает, прелестная леди. Мы тут даже не обсуждаем. Дайте дышать, дайте хоть. Дайте. Вы видите, сука, патриархат? Is this the man world? Вот эта песня ебучая. Это все про вас. Это вы. Вы, блять, деспоты, депутаты, блять. Дайте жить. Ну, сделала. Ну, сделала. Объективно, она лучше. Это самый тиктокист, что мог быть. Мне нравится вот этот один прошедший смайлик, где собака держится за голову и орет. Подожди. А почему мы это вперед пропускаем? Потому что это победило. Против. Ну, это победило, блядь, максималочку. Ты даже не помнишь предыдущий тикток. И трахаря, и гнидусина. Да. Ты помнишь? Победила, блядь. Предыдущий тикток. Ты сука, вот вы. Блядь, я скоро стану феминистом с вами. Так, поехали. Нихуя себе накинулись. Я за второй. Я за второй всеми ногами, руками. Поехали. Ну, нихуя себе. Это мой кот. Бля, вот это обстановочка вот типов. Гудбой пишет, всего вам наилучшего. Так, Григорий, после того тиктока вот этот сразу. Гудбой как бабушка. Просто желает добра на любую ситуацию. Ладно, окей. Так, 35-й. Это неплохо. Ой. Душевно, а мило. А вот глухонемые. Когда они кому-то дрочат, можно ли это назвать минетом, учитывая, что... Так, понятно. 34-й добавляй. Давай-ка, 34-й добавляй. Погоди, 34-й? Да. Ты сейчас на 36-м стоишь. Нет, я уже переключил на 36-й. А, все. Так, окей. 36-й, поехали. Снова я кричу в стакан. Трэш-постинг, щит-постинг. Щит-тикток. Гудбой написал. Слава, что ты сделал, смайлик. Гудбой в натуре, как бабушка. Ему все хорошо. Славный гудбой. Я не могу, what the fuck. Ладно, 36-й даже не оцениваем. Так, поехали, 37-й. Ну да. Ну, гудбой пишет, паук. Все, выдыхается, парень. Паук. Победитель, блядь. 38. Погоди, мы парами все-таки сравниваем. Они же нет, это обе пары. Я понял. Я к тому, что мы можем потом тогда какой-то вставить на их. А мы их аннигилируем за вот те, что мы там надрочили, видишь, 4 подряд и прочее. А, ну все, хорошо, да, так, да. Так, подожди, это был 36-й и 37-й? Так, ты главная пара, да, типа, сохраняй. Так, сейчас, секунду. Да, это был 37-й. Все, теперь 38-й. Угу. Ой, хорошо. Блять, это супер круто. Ну, я и потанцевал, и поулыбался, и поплакал. Я, в общем. Охуенно. Просто нет слов. Да. Просто нет слов. Так, это был 38-й, и я даже думаю, не стоит там даже думать. И мне кажется, его при любом придется добавлять. Это просто.
в душу, да, в сердечко. Я ссылку еще скину, там, может, кто-то хочет сохранить. В сердечко. У меня охуеть огромный нос. А у тебя у каждого дварфа такой толстенький, такой картоха. Батат, не сказал бы так. Обычно картоха, а тут банан, типа. Да, может, чуть-чуть слоу-мода навалим, потому что вообще чат прям если, супер. Ребят, если лагает, то давайте чуть-чуть слоу-мода. А, блин, и мне, короче, на следующий стрим бы уже надо сделать чат, который отображается на самом стриме. Дима, ты поможешь мне настроить? Там, я говорю, там ссылка есть на самом этом, на ВАЗде, просто в стримерской чате. Точно, все, нормас. Наверное, надо было уже на этот стрим. Наверное, надо было уже на этот стрим это делать. Хотя. Хуй с ним. А, ладно, да. Хотя. Блин, ну просто так, тут чат такой живой, бурный, столько эмоций. Хорошо было бы запечатлеть вот этот весь конкурс вместе со всеми. И вообще это нечестно, реально, сука. Потому что чат — это большая половина от всего происходящего на стриме, а в записях только вот. Ну... Подожди, ты можешь это сейчас сделать? Просто добавь в браузер туда вот эту хуйню сделай, которая ссылкой с вас, да. Не сработает, потом уже будешь разбираться. Сработает, заебись. Добавить чат на экран? Ну да, да, там вот в стримерской, вот этой, где у тебя стриминговая, у тебя там есть две ссылки, трансляция и чат. Привет, разве... девчонки, вы в телевизоре. Маленький, да, ничего не видно? А, реально есть. Тьфу, блядь. Я не знал. Вы в телевизоре, так, сейчас, секунду. Вот так, да? Вот так сделаем. И вот так, вот так, вот такие записи стрима. Это уже полноценный, с душой, со своими любимыми людьми. Чуть не сказал людишками. Людишки. Но в любом случае, все-таки мне сейчас кажется, что я настолько неправильно действовал, когда не добавлял его. И, бля, это... А, каждый раз, когда я буду летать, он будет улетать нахуй. Подожди, а как его присандалить? Его, по-моему, можно закрепить окно. Так, сейчас переместить, развернуть, перезагрузить, показать как вкладку, скопировать, ставить, найти печать, размер текста. Есть идеи? В OBS там есть просто браузер, добавь его именно как браузер в OBS. Окей. Ой, нет, он сейчас дольше ебаться придется. Не, мне еще тут скинули этот, как сделать его там прозрачным и прочее. Сейчас, ладно. Угу. Так, просто копировать ссылку, да? Да, и просто вставь ее. Что за ссылка? Ну вот эту, ты же чат сейчас вывел? Да, вот она. Вот ее и добавь. Ну я ее как бы и добавляю, сейчас, секунду. Добавь. Так, браузер. Адрес URL. Так, this. Так. И там еще есть внизу этот, CSS. Ага. Вот я скинул в Дискорде. Ой, блин. Скопирую вот это. Коля, вот. Ты человек. Люблю. Ты человек швейцарский нож. Ну-ка сейчас. А ты человек диван. Ну ладно. Как скажешь. Так. Ага. Опа. А как его прозрачным, говоришь, сделать? А он не сделался? Ну, он непрозрачный, скажем так. А еще тут надо согласиться на куки. И джуси на пуси. Ты поможешь, кстати, ты прям в OBS можешь в этом браузере кнопки нажимать. Попробуй нажать в OBS. Давай вот клик взаимодействовать. Окей. Ну или так. Окей. Так. Сейчас. Взаимодействовать. А, окей, вижу. Такс. Вид сообщений в чате. Показывать аватар, настройки стикеров. Не знаю. Ну ладно, сейчас тогда как-нибудь оставим так. Как-нибудь. Так. Не знаю, блять, все это криво и неудобно выглядит. Оставь вот. Лучше как было, потому что тут надо придется поебаться пару минут. Да. Ну. Вот так вот. Как сделать. Временное решение. Ты можешь в самом. Два раза ткни по этой хуйне и там размеры уже задать. Типа то, что ты сжимаешь, оно сжимается как картинка. Да. Но мне кажется, в принципе, вот так, как сейчас есть, в принципе, сносно. Разве нет? Ну, маловато ведь. Ну, нормально. А сейчас оно будет перекрывать ТикТоки, что нам делать? Не будет. ТикТоки вертикальные, это хуйня справа.
Там половина вертикальки, только what the fuck. Меньше. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте сначала сделаем так. Итак, у нас какой идет? 39-й, да? Поехали. Да, нормально. Твою мать, блядь. Гениально и очень громко в конце пишет Гудбой. Ну, среди тридцатого, само собой. Я бы сказал просто громко в конце. Громко в конце. И, ну, первый, естественно, побеждает. То есть там да, вообще... Да. Там, ну, без, да, это, да, там убийственный ТикТок. Он отстреливать будет всех еще долго. Так, и еще секундочку я потрачу. Так, где ты говоришь выбрать его размеры? Два раза по нему нажать, и там будет ширина и высота, по-моему. Ага, ага. Вижу, вижу. И вот этот КСС почему-то, походу, не применился. Там еще один есть сейчас. Counter-Strike Source. Попробуй вот этот вставить. Я этот переделал там сообщение в Дискорде. Угу, сейчас сделаю. Пиздец, ты прогер. Да там это кто-то в группе вас дописал. А, так, делал. Сейчас сделаем. Так, еще уже сейчас его сделаю. Ой, блядь. Так, нет, 250 поставлю. Но не надо, не надо. Ты бы лучше какой-нибудь анекдот рассказал. Нормально сейчас выглядит. Во. Во. Нормально, да. Я считаю, что нормально. Ну, эта хуйня, правда, не работает, но потом можем переделать. Я не знаю, кстати, почему не работает. Я считаю, что вообще шикар. 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 Так. Ой, все. Все, здесь я вот это уберу сейчас. Все, вижу чат, там все настроено, тут все видно. Продолжаем, пожалуйста. Этот выключаем. Сколько мы уже... Этот, естественно, победил. Дима, ты уже тебе уже надоело, что ли? Я тоже, блин, да полтора часа только сидим. Дима, ты же уже все, не хочешь смотреть? У меня яйца вспотели. Ну, нет, пройди, встань, пройдись, поешь что-нибудь, попей, чай налей. Да, да. Энергетик. Да, иди нахуй так, да? Эй. Ну ты меня, или ты сделаешь. Так, погоди-ка, сейчас я перепроверю. А, не-не-не, вот, сейчас у нас 40-й идет, да? Угу. Да, 40-й. Включаем. Всем спасибо. Спасибо, что были здесь. Сидели до 3 утра со мной. Приходите в следующий раз. Всех жду. Всех люблю. Всех целую. Всем спокойной ночи. Не болейте. Будьте здоровыми. С хорошим настроением. Завтра просыпайтесь. Сделайте свои дела. Вечером на стрим. Все будет хорошо. Давайте. Всех целую. Спокойной ночи. Еще раз. Пока. Пока-пока. Блять, че говорю, пока-пока я пытаюсь отрубить нахуй. Мне же этот надо сделать. Эй. Завтра. Эй! What the fuck? Эй! Да нахуй! Если это посмотрит пут, то пускай не обижается, я все равно ничего не выиграю. А как это помогает не обижаться? Да, да. Какой-то таракан из чата. Ай, блядь. А это какое-то говно из-под ногтей. Таракан из чата, говно из-под ногтей. Ладно, окей. Так, сталкивается с 41-м.
Опять пропутал. Да, я помню. Это неплохо. Да, это неплохо. Среди этих двух я за второй, наверное. Да, да, я тоже за второй. Я тоже. Конечно, конечно. Мне нравится, типа, зафоливал человека на ВАЗде, потом он такой подрубил, блядь, я буду плакать в кровати. Что? Ебать ты. Дима, перегруз ловил. Не-не, нормально, нормально. Второй хороший. И причем еще по этим самым, по как это, по трендам, по заветам, все такое, по мемам. Так, поехали. Кстати, опять сейчас чел два ТикТока сделал, он сам с собой соревнуется. А, вот так, погоди-ка, погоди-ка. Вот сейчас два его будут. Ага. Сегодня 23, иди пиво мне купи. Блядь. Сука, Пошла нахуй. Нельзя матом. Можно. Нет. Можно. Нет, скажи. Пошла ты нахуй. Нельзя. Закрой! Быстро закрой! Тип на второе место, дай 4К, не 8, 4. Ну ладно, на самом деле, несколько из... Про свету, ой, смешно, не знаю. На прошлой паре кого пропустили? Второе? Второе. Тогда все хорошо. Так, окей. Так, его второе видео. Он говорил, что один смешной, второй душевный, я помню. Окей. Значит, второй не смешной. Подожди, какой смешной? Пут угорает. Там луна путовская была. Смотри, сколько всего здесь. Да, сколько. Прям сложная сцена. Очень хороший. Да. Это хороший, это действительно хороший. Макс, ты не понял, что я угорал вначале? С луны вот этой? Да, бля, я такая тупая, нахуй. Здесь много таких деталей, много чего-то. Не, очень хорошо. Очень хорошо. Наверное, топ-3, которых мы сегодня смотрели. Кстати, возможно. Ну, да. Топ-4-3 где-то так. Да. Окей. Мы добавляем 43-й, да? То есть так, сейчас 44-й. Поехали. Ну смотри, просто если панчлайн там есть, когда отец умрет, это странно немного. Найс. Ой, слушай, неплохо получилось. Мне вообще похуй. Биткоин 5000. Извинись. Ну все, ладно. Поговорили. О, Макс, а ты когда подрубать будешь? Охуеть можно. Что? Нихуя не понимаю.
Ты не заметил? Ты не заметил, что в любых конкурсах, в любых вот этих вот творческих проявлениях, когда у нас были там и по Head and Shoulders и прочее-прочее, есть пласт людей, которые антирежиссеры, которые когда что-то делают, ты не можешь вообще уловить цепочку его мыслей, типа, что именно происходит? У него-то точно был, типа, замысел. Был. Замысел. У меня есть теория, может быть, вас подключили в какой-то, типа, психический диспансер, типа, как канал. Ладно, обидно прозвучало. Обидно, да, как-то. Нет, тут как бы все-таки старались. Была и задумка, и рисовали, и все такое. Ну ладно, с кем он дерется? 45-й. Ринхата. Зеленые глаза. О, это прям тоже хуй. Один старик, умирая, решил оставить после себя память. Взял он и выколол себе глаза. А глаза у него были зеленые, в скобочках. Повесил старик эти глаза на стену и умер. Через год вселилась в дом семья с маленьким ребенком. Однажды муж пришел с работы, а жена ему говорит: «У нас малыш что-то плачет, когда я свет выключаю». А муж отвечает: «А ты включи свет и посмотри на стены». Жена сделала, как ей муж сказал, и увидела на стене зеленые глаза. Глаза сверкнули и убили жену током. Звездочка. После истории приписка. Глаза были не простые, а лазерные. И старика звали Лазер Моисеевич Каганович, блядь. Да, это качественно, это качественно. Mm-hmm. Охуенно. У Джессарта просто невероятный стиль. Охуенно, Джессарт, прям бомба в моих трусах. Да, ну тут хорошо, явно второй, хорошо, да, я думаю, да, все да, согласны. Да, 45-й. Так, погнали, 46. Прямо у меня с конца капает. О, Текин, моя любимая. Пусти на джусе. Ну, слушай, я люблю мемы про Текин, мне все это нравится. Я обожаю вот эту песню с переходом вот этим. Пусть на джусе. Слушай, инстасамка, честно, не интересовала никогда. И вдруг зауважал резко. И вдруг подумал, что это гений, это человек-гений. Когда она сделала трек, чтобы под Текин монтировать. Во-во-во-во-во. А мне угодило, лично мне угодило. А что Силкин такая злая? Силкин, что ты сегодня такая злая? Ну-ка. Силкин, что ты злишься опять? Да что-то не нервничай, а что пишет, где не вижу? Типа... Я тоже. Да ладно. Ебать, как сказала, что? Так, ладно, погнали. Это был 45-й против 47-го. Канал назывался... Против 46-го, точнее. Mighty Put 2 канал. Погоди, и опять... Ты трек слышишь? Да. Ладно, окей. Это Хокус сделал, насколько я помню. Да, это Хокус. За гаражом или уже хуй с ним? Гаврюшенька. Привет. Да, добрый вечер. Гаврюша. Идите сюда. Ладно. Гаврюша. Гаврюша. Мил. Мил. Ладно, да, за концовку. Да, реально такое было. Ладно, за концовку. Слышишь, это сделал человек под ником Хокус. Да. И мне просто для контекста хотелось бы, чтобы ты показал, какую эту модель Дварфика сделал недавно, я тебе сбрасывал. Да, давай. А ты сможешь повторить это ссылку? Это просто, ну, какая-то лавкрафтовская хуйня.
Давай. Блин, я так люблю мемы по Текину. Я понимаю, что они не особо вне компетенции, потому что, ну, мем по Текину, как он может победить? Но вот у меня прям Discord, душу греет. Так, сейчас. Дискорде ссылочка. Ага, поехали. Это пиздец, братан. О. На что я смотрю? Это дворфик в 3D. В 3D? Да. А как, а когда будет этот ротоскопинг, рендеринг, как там Тимур полигонинг? Тимур мне постоянно рассказывает эту свою херню. Я делаю, что мне интересно, а я не помню, как называется. Не. Подожди. Как же он говорит, когда ротоскоп, блять, я не смогу вспомнить. Короче, когда, чтобы было круто в итоге, чтобы в конце круто получилось, вот так какую-то штуку делают 3D моделисты. Не. Ритопология или что там? РТП это пупы. РТП это пупы. Ритопология это немного другое. Подожди, бейкинг, тип пишет биборинг, биборотинг. Погоди, я не могу вспомнить. Ладно. Мне кажется, Хокусу и Смелкету надо потрахаться, и их ребенок станет мессией, блядь, каким-то. Ладно, хорошо. Да такой черт будет. Такой черт ебаный будет. Так, и что у нас? Второй побеждает, да? 47? Думаю, да. Ну, я... Да. Да, там есть 3D-модели, там есть смешной момент. Как мы оценим? Там есть 3D-модели, он побеждает. Новость, да сильно. Ладно. Следующее. Это все? Кот сидит. Пержик сидит, смотрите. Котик сидит. Ладно, окей, против. Это я, да. Слушай, ну вообще скоро короткие стримы будут, замечательно. Опередил ты меня, я тоже хотел пойти вокалом заниматься. Ну-ка, а насколько высокую берешь сейчас? Нормально. Высокую, насколько? Вот. Вот видишь, выше не могу. На распевке я могу. На распевке. Высокий. Если еще это яйцо сыр. Слушай, ну это что, это ебать, говорит, ты высоко взял. Выше не могу. Это неплохо, я высоко взял достаточно. У тебя во рту космос. О-хо-хо, спасибо, брат. Можно я стану астронавтом? Я только хотел дальше поразгонять про космос во рту. Твой рот космос. Да. Приезжай, я тебе покажу черную дыру. Ладно, окей. Ждет, факт, что не очень. Ну, типа, если она тебя пегает в жопу туда. Что? Выдавай. Выдавай. Коля, 49-й, ставь, поехали. Почему иногда временами Пуд смеется супер тихо? Прямо вот знаешь, как будто его кто-то съест. В другую комнату убегает, там прибегает обратно. Блин, меня бесит, что у меня Discord, он плохо захватывает мой микрофон. Я не знаю, как его настроить нормально. Ват утащили, наказывают. Так, 50-й, поехали. Куда? Едем. Давка киселёчек. Это канал «Сон и разум». Сегодня я буду делать обзор на «Матрицу». Сейчас ночь. Я записываю эту ночь, потому что «Матрица» находится в состоянии метастазиса, и я могу не волноваться, что меня обнаружат. Я докажу, что наша история переписана на примере сюжета картины Иисуса Христа, Спасителя нашего Господа Бога. Видите, да? Матрица пытается подсунуть нам какую-то хуйню и сбить нас с толку. Очевидно же, что... Ой. Извиняюсь, техническая пауза. Здесь момент, чтобы передать привет
Коле и Алисон. Итак, продолжим. Что? Посмотрите на эту картину. Как везде, голова вот эта. Блять, Макса заинтересовало все, пиздец. Правое расположение. А ему любая хуйня нравится. Погоди, погоди, он говорит правую вещи. Я же говорю. Художников в этом сюжете. Ну а как ты это объяснишь, если реально? Он его протащит до финала, блядь. Нет, погоди, погоди. Погоди, как ты это объяснишь, если серьезно сейчас подумать? Если открыться для этой информации, как ты это объяснишь? Что объяснишь? Я не услышал процентов 60 того, что он говорит. Да, про Колю и Алисона, кстати, было... Про Колю и Алисона было неплохо. Правая рука. Что? Надеюсь, теперь понятно, что все картины, нарисованные до рождения Смитета, созданы матрицей. А сейчас они правой руки Христа. Предмет, который держит Спаситель, является полой стеклянной сферой диаметром 6,8 см и толщиной всего 1,3 мм. Бля, все сходится. Да Винчи итальянец. Земля полая. А это может значить только одно. О, развязочка. Финальный панч. О нет, сфера Ватикана. Все сходится. Сходится. Максим, ты должен всем рассказать. Иначе наступят темные времена. И мне придется использовать это. Максим, блядь. Подожди. Блядь! Тип должен прекратить выпивать. Мне нравится то, что единственный комментарий — это даже Гудбой ничего хорошего не сказал от самого автора. Мысль очевидна, что он делал пародию на вот эти видосы. Прикольно, но затянуто. Можно было концентрирование прикольно. Мне кажется, у парня какая-то плесень в комнате растет. И он дышит ей. Да. Потом ему хуйня видно. Смотри, какая канистра с маслом, нахуй, почти пустая. Остановитесь, это канцероген. Кстати, ну вот про вот эту сферу, это интересно. Что за пустая сфера там у него стеклянная? Ладно. Бойкот, Коля, бойкот. Ладно, вы объявляете забастовку? Полный Байконур этой хуйни. Тайл двигался по земле. Подожди, как это происходит? Это не те же самые люди. Как это происходит в реальности? Ладно, поехали. После чего сбросил этот камень туда, на землю. Он там и остался. Сколько тысяч километров до ледника от Германии? Посмотри. Сейчас. Типа, Ким на кухне сижу. Нет, ну ты подумай, как он мог там оказаться? Это был потоп. Его принесло сюда ледником. Ну как? Говорит, тебя ебет. Потом дальше. Взорвал самолет, на котором съебаться надо было. Блять, это происходит до сих пор. Слегка затянуто.
Вы вообще помните, что этот тикток с другого начинался? Почему, блядь, это... Да. Я уже как будто две жизни прожил. А ты видишь то, что оба типа, которым пришла идея сделать сначала вот это что-то конспирологическое, оба что-то употребили. Причем это странно. Оба тиктоки... решили, что 4 минуты для тиктока это оптимальная длительность. Оба тиктока одинаковые и по содержанию, и по силе, и по длительности. Это вообще и жесть. И по минусам, и по плюсам, и по блядь. По всему абсолютно. Смайлкэт... А, подожди, бля, очень странно между этими выбирать. Это потому очень что... странно. А ты думал, все так я просто? Я бы оба не пропустил, честно говоря. Серьезно? Как бы мне не было приятно, типа, ну, в контекстности второго, но я бы оба не пропустил. Как бы не было земли в городах и селах, ну, блин. Не, ну, типа, ничего против личности, опять же, но я бы оба не пропустил. Ну, только потому, что они явно слабее их предыдущих претендентов, которые, ну, разорвут их просто в клочья. Да, но в плане того, что... Ну, типа, опять же, мне приятно... Но, я говорю, там есть идея в обоих тиктоках, есть приколы есть. Какие-то, но если сделать это все концентрирование, сделать это в 30 секунд, будет охуенно. Типа второй можно было обрезать на секунд 30, наверное. И тогда бы он, может, выиграл, но на не. Так, сейчас попытаюсь. А я не знаю, как сделать ночной режим на чате. Чтобы ночной режим... Нужно, чтобы у тебя полностью вас отображался. Да, ну, ты, это нельзя сделать, Тельназмен. Ты все это время спамишь, но это нельзя сделать так. Да, так нельзя. У меня ночной режим стоит на ВАЗе, а чат сам по себе белый. Потому что в OBS встроен свой браузер, и он типа там на каком-то эксплорере завязан. Ладно, мы, короче, скипнем оба, потому что они оба одинаковые, и тут бороться не с чем. Как бы, то есть, да, борьба бобра со слом. То есть, ну, короче... Бобра. Да. А я что сказал? Не, это я подумал. Бобра. Ну, хорошо. Я вырубил Крисп уже пару минут. Поехали. 52-й. Опа! Слетает участник сразу же, сходу. Так, видео заблокировано. А может там что-то сладенькое было? А это знаешь, от кого было? Это от Гудбоя было. Это от Гудбоя было. Я сейчас найду, может быть, он в комментариях там что-нибудь, какую-нибудь ссылочку. Давай. Пока второй чекай. Ой, так, сейчас. Пока второй чекай. Не, мы тебя дождемся, я попытаюсь вспомнить какой-нибудь анекдот. Батя постоянно травит анекдоты и истории, я сейчас какой-нибудь из них вспомню. Давай. Так, бля, как он их всех помнит, я ни одного из них не могу вспомнить, он мне постоянно их травит по четвертому кругу, причем когда он травит по четвертому кругу, я уже такой сижу, думаю, бля, знаю, а пересказать не могу, зря я к отцу так отношусь неуважительно. Расскажи анекдот про унитаз на потолке. Так это уже тысячи раз травили. Не, подожди, у бати золотой фонд, я точно должен вспомнить хотя бы один, его анекдот это лучшее, я практически всех их травил. Так, ладно, давайте просто прочитаю с любого сайта. Прочитаю так. Анекдот онлайн. Бля, ты сказал золотой фонд, мне такая отвратительная хуйня вспомнилась, это пиздец. Так. Ты что, есть проблема, я нашел этот комментарий, он там черт. Не перезаливал ничего. Я написал анекдоты онлайн, и послушайте, что мне выдало. Сейчас. Встречаются президенты России и Армении. Русский президент спрашивает: скажи, сколько живет армян в твоей стране? По-моему, 3 миллиона. А у меня их живет 5 миллионов. Так кто из нас президент Армении? Боинг! Победитель! Кто из нас президент Армении? Чернее. Окей. Так, что, погнали дальше? Да, но он не перезаливал. Сука, не могу. Так. Подожди. Гудбой, если ты меня слышишь сейчас, и у тебя этот ТикТок есть, кинь меня в Дискорде в ЛС, я кину пацанам. Только если там нету писюнов на весь экран. Ну да, за что-то же забанили. О, Арт подоспел. Советов их периодически, то есть добавляют, постят. Там в предложке они все хранятся. Да. Хороший, спасибо большое. Что, поехали? Поехали.
Кстати, говорит, моя мать, оказывается, уже год играет в Raid Shadow Legends. Теперь, когда ужинаем, слушаем про то, как качать персов и какие тактики лучше выбирать. Рушида, same. И каждое утро я застаю батю за то, что он сидит в Хрониках Хаосов и качает Титаном Эссенцию. И какие-то облики на питомцев. И такой сидит, рассказывает мне, значит, ну, смотри, значит, мы сюда пойдем, это сделаем, тут вот все, все. Он уже, кстати, сильнее всех. Он уже, кстати, сильнее всех в мире. Такс, такс, такс. Поехали. Го, Гудбой вернулся на этом ТикТоке. Я такое вспомнил. Слушай, Советов откосил от армии по вросшим ногтям. Ёбаный рот. Топ причина, это вообще ништяк. Ну ему там типа сделали, типа он нашел выход, перебинтовал пальцы, то есть норм варик, понял? Я, блядь, подумал, что это конец ТикТока. Типа врастили в ногти ему пальцы. Вообще, знаешь, их удалять заебешься, вросшие ногти. Не, конечно, больно. Не-не-не, он прям, слушай, я ему не верил до последнего, я думал, он все-таки все правофлит. Нет, пошел по такой причине, всех просто, всем фак показал, сказал, у меня большие пальчики болят, я домой. Победа. Охуеть, Советов. Фак, армия. Советов, ты бог. Бог военкомата. Ты выебал Россию, ты понимаешь? Действительно сделал так? Ну ладно, дальше смотрим. Действительно трахнул Россию. Нихуя себе. Максон самый последний. Ай, так, ну, что я могу сказать? Это хорошее интро. Это хорошее человечек интро. Человечек мне интроху для стримов сделал. Очень крутую сделал. В стиле Marvel. Это да? Же, по-моему. Да, меня устраивает. Mm-hmm. Да, хорошо. Так. Ну, вообще, это шаблон, насколько я знаю, но если сам делал, то... Заткнись, нахуй. 54, так, ясно. Своячество, пособничество, братанство. Бля, у меня одна отвратительная хуйня из головы не может просто вылезти. Говори ее сразу. Я не буду. Окей. О, это я. Что? Вообще нихуя не помню. Если честно, мне как-то не очень приятно было. Я не знаю, что за эффекты в этом ТикТоке, что за энергетика в него вложена. Но, наверное, все-таки интро побеждает. Ну, да, победа была сложной. Так, 53-я. Включаем 55. Что нам интернет... О, треки пошли. Как-то подзатянуто. Погоди, треки буду сейчас. А, нихуя он скакнул. Погоди-ка, так это в иллюзии, что ли? Я узнаю звук. Погоди, чуть-чуть лес, так трек «Ангелы котики» фул в паблике в иллюзии. Так это он. Слушай, да, тихо, да, всем да. Тихо. А погоди, осмотра и не будет. Бля. Ты что натворил в иллюзии? Это мог быть такой претендент на победу. Это мог быть, если бы ты сделал короче и ставил бы туда трек. В иллюзии я бы тебя протащил, я бы тебя схватил за член и протащил до второго места.
Да. Что ты наебал? Но мне нравится мем с черным квадратом. Можно я еще раз посмотрю? С черным квадратом? Ну, с черным квадратом в ОБС, то что это рарный квадрат. Квантовый квадрат. Хороший мем. Слушай, ну ладно. Ну ладно. Так, окей, следующий. Погоди, а мы среди этих же двоих играли? Кто или что? Так, а среди каких двоих? Стоп. А какие сейчас соревновались? А какие соревновались? Стоп, первый какой был? А, подожди, не-не-не, это был первый, это не соревновались. То есть это был первый. А, все, окей. Так, это был 55-й. Да, это был 55-й, я включаю 56-й. Здорово, Максим. Здорово, Пут. Записываю вам ТикТок. Сейчас расскажу одну интересную историю. Ебать. Джон Уикнес. Штаны стоят. Блядь. Нихуя себе. Сейчас мы ее ебнем, блядь. Вообще-то неплохо, слышишь? Вообще-то неплохо. Я против. Ты против? Ты против? Со мной не поздоровался. А, он не сказал, потому что он не успел, он увидел штаны стоячие. Нет, он уже потом сказал, я вам сейчас такую историю расскажу. Да? Да не-не-не, ну, классный, да. Между этим и Велюси... Ну, блин, там говорят чекнуть, типа, трек в паблике Велюси, но мне кажется, это немного нечестно, если он сам такую работу сдал. Нужно принимать ее такую. Ну, мы трек-то чекнем, ну да, но в зачет навряд ли сможет пойти. Ну, блин, это, конечно, слегка печально, потому что такой-то тип. Ладно, с Велюзи мы вообще разберемся отдельно. Это местная легенда. Тут, как бы, пропихивать его в ТикТоке. Мы должны, бля, я говорил, нужно сделать сбор этот на наушники ему хорошие. Так, подожди, а Коля был на марафоне Готика Алекса? Нет. Нет, я тогда практику проходил летнюю. Ну так, ебаный, вот тебе ответ. Где? А, то, что типа ты не был на марафоне Готика. Так, сейчас, секунду. Может, он только Готика пересматривает и больше стримы не смотрит? Где? Нет. Нет. Так, я иду. Веду что-то, бля, я ушел? Что ж вы такое подумали? Я почему-то ТикТок не грузит. Какой мы пропускаем? Можешь номер сказать? Да, сейчас, секунду. Во-первых, где Тимур? Его даже в чате нет. Во-вторых, я ему вчера говорил, ты идешь на ТикТок? Он говорил, иду. Мы смотрели 56-й. Это который... Пизда штанам против в иллюзии. Ну, штаны, конечно, штаны это сильно, штаны это мощно. Все, смотрим следующий. Тогда 56-й пропускаем. Времена... Когда все было прекрасно, Смайлка. Узнаю. Когда жизнь билась ручьем. Времена, когда Supreme Overlord Максим Задавк Смоленцев властвовал над этими землями. Каждый мог получить столько стримов, сколько захочет. Блять. Но ничего не может быть так хорошо. В один день на эти земли пришел трусливый и жалкий, но при этом невъебенно сильный колдун под прозвищем Элисон. Он призвал тучи над этими землями и перекрыл связь короля со вселенской дланью, отчего Оверлорд впал в вечную спячку. Колдун Сун раздавал всем свой проклятый стрим, от которого люди сходили с ума. Воины чата пытались одолеть колдуна, но сила его была слишком велика. Даже самые отважные воины рассыпались в прах от его ёбнутых прокастов. Единственный, кто мог одолеть Калисуна, был верховный говняк Давк. Говняк? Говняк! Были тщетны. Казалось, что это было невозможно. Люди уже потеряли надежду. И вдруг в тучах появился просвет. И Давк проснулся от спячки и разорвал колдуна в клочья. Небо стало голубым. И трава зеленой. И все могли получить столько стримов, сколько хотели. И в два раза больше. Но зло. Зло всегда рядом. И оно никогда не умрет. Но у нас ведь всегда есть шанс.
Проснись, Макс. Проснись. Уже 25 число, еблан, подрубай. О, здесь еще даже ссылочки приписал. Приделал. Молодец, браво. Ну смех, я сделал целый мультик. В принципе, да. очень даже. Профессиональный мужчина. Профессия. Так, ну-ка, сейчас. Ага. Ну-ка. Окей, против 58-го. А у вас тоже был звук такой, как будто наушники сломались перед титрами у него? А это, возможно... мой вентилятор дует в микрофон. Есть такое? А. Не, я думаю, он специально такой поставил. Ну ладно. Но это пиздато было, да. Хорошо, продолжаем. Ссылку на предыдущий хорошо сделаю. Я почему-то моргнул в последний момент, что-то случилось. Я видел, что случилось, я не знаю. Я не увидел вот этот 25 кадр тоже. Так, на предыдущий вот этот, что ли? Нет, на вот этот, походу, просили ссылку сейчас. Так, 58. Блин, SmileCat, конечно, вообще без конкуренции. Это был 57, это... А, ты SmileCat сразу добавил, Да, 58 это только что был, да, там конкуренции не получилось. Так, это на Джона Уика, ссылку просили в чат. Так, а это следующий, 59 против 60. Так, 59. Это Слав Майер делал. Слав Майер пишет: пизда, мой черед. Я помню тот день, когда увидел я видосы твои. Началось. Преисполнили меня. Ты стримы подрубил и радовал меня. Мемов были полны те времена. Бля! Dark Souls, Roblox и своя Roblox. Игра. Хасан и Раис, и Готика Алекс 2. Счастливые были те времена. Но вот прошли года, и ты на вазде. Года все шли, летели без конца. Видоса не было от Максаца. Не смог терпеть, на это все смотреть. И сонный паралич упал в тот час навзничь. Да зачем видос? Ведь скоро будет стрим. Сказал ты мне, буду я там не один. Путы Алисон, а не сама добрый Дэн. И Dark Souls я да пройду, и весь чат развеселю. Ты же обещал его еще. Еще тогда надежды ты зерна посеял навсегда, но я все стерплю. Прощу все я тебе, надежду о видосе сохраню в своей душе. Блядь, ты чё батю похоронил, паскуда? Месяц пролетел и подошел к концу. Время на покой собачьему бойцу. Вперед шагнув, ты глоху затянул. И руку я, дрожа, в надежде протянул. Максим, подруби! Не волнуйся ты, да буду стримить я. Обещаю, что буду стримить для тебя. Ты не подрубал, весь чат ты наебал. На месяц в горы Навороса ты съебал. Слезы проливал, на клаву я рыдал. Какой же ты лигофрен! Сломал это пиздец! Ты нахуя моего батю похоронил? Ты что наделал, сука? Тебя в одиночестве я ожидал, но Максим тебя я никогда не забывал. Ростки, что ты посеял, вскоре возвращу в душе свои нервозные сохраню. Проебал ты победу этим мувом, много, я могу сказать. Много вас таких по весне оттаяло, слышишь, это вообще.
Это очень жесть. Подожди, разве там был типа черная полосочка возле папы? Ну, там это была церемониальная эта стоечка со свечками, вроде бы. Ну, там, да, там что-то, типа... Уже это какая-то японская традиция, типа... Нет. Это художественный вымысел. Пиздец, это конец? Не, ну, классно. Ну, ладно, классно. Ну, да, чисто за то, что ты, блядь, все эти 30 куплетов выучил и спел, как бы уже... Уже, да, то, что это целая... Руслан и Людмила целая. Так, против 60-го. Блин. Хэштег пут, хэштег майя пут, хэштег хелп, хэштег дайте гмот. Песня «Орел» Жанна Агузарова. Я хуею. Смайлкэт пробегает, просто пролетает, естественно, в следующий раунд. Славмайер. Ой, Славмайер, Смайлкэт. Славмайер обязательно. Без шансов. Хэштег пут, хэштег моя пут. Меня разъебало. Я не знаю. Бля, ладно, дальше. А ты не хочешь? А ты не хочешь? Погоди-ка. Самурай не ищет цели. А находит путь. Мне нравится его смаг фейс. Деда, блядь, на самом деле, ладно. Окей, окей. Он 61 против 62. Глистама. То все? А, нет, нет. Подзатянуто. Плюс за кнопку трахнуть. А кто мне в ТикТоке насрал? Подожди. У вас чуть-чуть, у нас чуть-чуть срок годности, у нас чуть срок годности истекает. Гудбой, где ты? Спрашивают в комментариях. Гудбой, где ты? Гудбой решил ничего не отписывать. Окей. Окей. И кто же из них? Так, а что первое было? Еще раз, что там первое было? Макфейс. А, Макфейс против Чипост. Никакой. Ну, мне первый понравился. Ну, он такой коротенький, конечно, они но... не выиграют, типа, не знаю. Чат пишет первый. Чат пишет первый. Ну, я бы пропустил, как бы, там уже, ну, он со Славмайером там, скорее всего, получается, будет. Я бы скипнул. Ну, давай. Давай. Так, 63-й, поехали. Уже подбираемся к концу. Нахуй он такой... Ты нахуя? Ты? Нахуй ты это? Нахуя? Ты нахуй... Пофлексить пришел? Нахуй ты... Нахуй красивый? Нет, ну... Мужик, ты красивый. Бро. Заебал? Ты заебал? Ты? Ой-бой. Красиво. Ты специально фраер пошел нахуй. Так, ладно. Иди нахуй отсюда. Классный рот. Вы только посмотрите.
смотрите, какое дно. Такого дна я еще не видела. Классный рот. Классный рот. Классный рот. Классный рот. Классный рот. Классный рот. Не, ну спасибо, конечно. Что? Ну ладно, ну ладно, он победил, судя по всему. А мы ничего не пропустили там уже что-то. Подожди, а мы что-то пропустили? Не, в самом видео, может, мы не досмотрели, я не знаю, что. Да не, классный рот. Ладно, окей, ладно. Так, подожди, это оно? Да, классный рот 2, все, победил. Так, 65-й против 66-го, поехали. А был классный рот 1? Второго, пацаны. Чего, страшно? Короче, анекдот, приезжает Пута Алисон и это давка к Украину в Пута. Приходит в магазин, хотят купить кашу, говорят, хохлашвайны, дай манки. Второго, пацаны. Ну, мне Дима понравился, так играет против 66-го. Ой-ой-ой, ёб твою мать. Ой-ой-ой, там мужик. Типочек, успокойся. Это мужик. Ты видел? Ты видел его хэштеги? Боевая рогатка установлена уже. Ты видел? Погоди, аккаунт называется Максима Смоленцева. Ты видел его хэштеги? Сейчас, там, смотри, там хэштег. Ты раз 30 повторил ради вот этого. Слушай, это пиздец. Что это было? Вау. А чего мы не досмотрели? Что мы с этим делать? Надо досматривать? Напиши мне, красотка, дай ссылку. Пацаны, успокойтесь, я вам не дам. Это 100%. Я дам. Ну, вот у Коля просиди. Так, ладно. Ладно, подходим к концу. 67. Мы кого здесь оставляем-то? Да, может, никого. Может быть, ради приличия. Ради всех. Ради психического здоровья. Поехали, подходим. Да. 67-й. Я не понял. Ну, это мешап Tootsie Juicy с музыкой из... В теории. Я это видел, да, по-моему, на стриме. Полковник Бустеренко. Полковник почему? Бустеренко, как бы ты понимаешь, да? Так, ладно. Это против 68-го. Как бы понимаешь. Ой, блядь! Кто-то смотрел, умрет через 5 дней. Не хочешь умирать? Подписывайся на канал ВАН. Живи до гор. Это Моргенштерн был? От меня уходят силы, из меня выпивается энергия, от меня убывает. Давай дальше. Дальше. Окей, 69-й. 69-й обязан быть хорошим, 69-й. 69-й, 70-й. Да. И чулки гнида, говорит, чел в юбке, блин. Зря мы дали людям еще неделю. Да. Они наглотались, блядь, таблеток. 71-й. Муда.
Какого хуя меня сейчас скормили? Вообще, откуда это вылезло? Погоди-ка. Они дальше все вот так вот на убывание и будут? Ты заметил, что самая мощь в начале реально проскочила? Не-не-не, в середине тоже были хорошие. Окей. Смотри сейчас дальше. Сейчас будет, я чувствую, сейчас будет мощь. Да, давай. И специально для вас я покажу свой no damage геймплей. И пока вы трахаете сексом телок и шатаетесь по клубам и курите всякую дрянь. Еще один, ты че, сука, тип пропиарился, прикинь. Тип подумал, что это выстрелит. Я не знаю, прям пиар это или нет. Это антипиарщик. 73-й. Не, сейчас будет мощный. Сейчас будет мощный. Да, там последние три мне скидывали вот прям сейчас уже. Пожалуйста. Охуеть, можно. А можно этого типочка найти и забанить? В группе, в группе. Вот этот мощный будет. Хорошо, поехали. Дима, ты обещал, что это будет мощный. Тебе было мощно? Тебе понравилось? Ты наелся? Это было хуё. Я не знаю, что обиднее, что меня нет. Или то, что там происходит. Или да? То, что про вас, да, там пишут. Пацаны, никаких танцующих чикс. Какую нахрен таксующую чиксу? Блядь. Таксующую. Траксу. Какую, блядь, чуть-чуть. Тёлку в колготках. Ребята, успокойтесь, я ни в коем случае больше не включу. Так, почему начались задумки? Так, ладно, посмотрим. 75-й. Слышь, у меня вопрос перед тем, как мы начнем смотреть. Ага, давай. Там была какая-то тёлка и какой-то хуёвый тикток. Ты такой взял, пропустил её вперёд, а которая в чулках, ты не пропустил вперёд. Сука, что тебе с чулками? Что у тебя и с чулками? Что раз мы должны девушку пропустить. Вон танцует, показывает юбку. Изи. Какой он был? Вот, Максима Смоленск. Подожди, кто он был? Да, это Максима Смоленск. Окей, я понял, это сильно. Окей, я понял, давайте добавим. Надо. Возвращаем. Так. Да вы чё, Коля, мы не можем идти против толпы. 75-й был? А, поехали. Вот этот чел раз 30 написал про то, что точно добавили меня. Точно посмотрите. Блин, это неплохо. Подожди, что это? Это музыка. Нихуя референс. Нихуя себе. Говно из 10. Погода на российский, говно из 10. Пасмурно, белье не сушится. На улице тем более. Дует пиздец. Подруб. Окей. Ладно, это тоже неплохо. We'll be right back.
Южный полюс. Ничего не понятно, что на Южном полюсе, нихуя не ясно. Там есть фотографии, блядь, там какие-то. На Луне вообще нахуй открытые люки, блядь, я вам покажу все эти фотографии, там есть все, блядь, там все в открытом доступе. Там в каких-то кратерах, квадратные люки, нахуй, пирамиды, блядь. Я не знаю, что происходит, блядь. Это искусственный спутник, блядь, не настоящий. Почему он резонирует, блядь? Он полностью полый, блядь, он состоит из, сука, железа. Если вы, блядь, не верите мне, что все это объебка, то я приглашаю вас на путешествие, блядь, в центру Земли. Какую-нибудь музыку. Вот это, например, на похуй. Если измерить то, что есть на самом деле, мы увидим, что малый и большой изгиб. Убери нахуй. Убери нахуй это. Это что было сейчас? Идентичное. Этот эффект носит название иллюзии Ястрова и применяется, если две похожие формы расположены в непосредственной друг от друга. Это каскад мемов, это пулеметная очередь, дроп с мемами. В принципе, у человека была одна попытка. Да-да-да, он решил все сразу. В принципе, все, артиллерия просто. Ну, так, проходит, конечно. Проходит, добавляет, да-да. 75-й это был, да? Угу. Ой, так, 76-й, 77-й, это будет последний, да? Так, поехали. Меня пугает, что на этом 72 лайка, то есть... Подожди. Сколько тысяч просмотров здесь, как посмотреть? Зайди на профиль. Это ты все начал. Я не виноват, Дима. 427 человек посмотрели, из них 72 посчитали, что да. И да, и yes. И про ануса на ты тоже начал, Максим. Да ничего я до этого не начинал, это все... Я бы хоть раз так сказал, ну вы серьезно, что ли? Я никогда так не говорил. Вот так ты друзей его убиваешь. Это все вот эти черти, которые с чата, что они сделали? Что это за нацистский ТикТок? Так, подожди, внимание, это ж последний, это последний, да? Сейчас самый лучший будет. Ух. Ух, поехали. Макс, у тебя под стримом там плашечка Blood and Soul? И мне интересно, ну, мы вообще играть будем, нет? Там стрим будет по Blood and Soul? Я хочу на пизду посмотреть. Макс. Угу. Вот, блядь, тебе и ТикТок. Это мне тип скинул. Говорит, добавь ТикТок, пожалуйста, я забыл в конкурс добавить. Забыл добавить в конкурс? Это нормальная тема. Сделать не забыл? Ок, говорит, лучший ок. Ладно, теперь у меня главный вопрос. Что мы делаем с этой херней? Что дальше? Ну, в теории мы должны теперь все заново пересмотреть. Ты угораешь, нахуй? Ну, может, давайте не по два, может, давайте, типа, по три, блядь. Из трех один выбирать теперь. Так, должен быть Варик удалить пустые ячейки наверх, или нет? Да, должен быть. Можно сконденсировать их правее, просто, типа, сжато все. Давай, Дима, сделаешь. Сволочь, блядская, ладно. Я все до этого делал. Ой, ужас, почему тиктоки выпивают энергию? Ой-ой-ой. Так, хорошо. Что там, сжалось? Ёбана, вот. Дима начал. Дима, ну у тебя отлично получается. Я умею в офис пакет. Шоу, блядь. Пакеты нельзя использовать, надо брать авоськи. Слушай, я видел недавно ТикТок, где с помощью сочетания клавиш убираются все пустые. Ой, блядь, Дима, а вот? Так, заткнитесь. Сейчас все медленно, но уверенно. Ладно, ждем. Удалить пробелы, я уже вижу. Ладно, ждем, у нас пока есть чем заняться. Пробелы. Да я уже... Раздается звонок в морг. Дедушка уже 3 дня не ночует дома. Вы не могли бы проверить, может быть, он у вас? Опишите особые приметы. Он картавит. Бонь. Все, я сделал. Их так мало? Да, ну, когда их сжали, то мало. А, не, нихуя, там еще два. Все, о, готово, ебать. Ой. О,
Дима, я не знаю, как ты это сделал, но я вот справа сделал, у меня намного больше вышло. Да, Дима почистил всех просто. Я хуйню сделал. Аннигилировал людей. Я сэд теперь вот. Так, хорошо. О, нихуя он растягивает. Хорошо. Ты серьезно? Мы будем выбирать из этих? Так их немного, их всего мы получается 33. Я не знаю, как мы будем выбирать второй раз, когда не смогли в первый. Мы можем все вот эти добавить в голосование ВКонтакте. Слушай, 33, да, мне кажется, многовато. Не-не-не. Ладно, давайте отбирать. Новый. Давайте отбирать лучшие и худшие. Их 32 осталось. Типа того. Окей. Давайте тогда наскоряк будем. Просто среди трех, да? Ну, давай среди трех, да. Ну, давайте, как Ларик. Да. Окей, давайте попробуем. Первый, пошел. Сука, ты. Ну чё? Ладно, скажем так. Да. Мы давали шансы. Я тут. Нет. Там уже было, что 100% побеждает. То есть 100% побеждает. Мы же так, типа, сейчас поотсеиваем просто, зайдем, посмотрим превьюху, типа, не, это не пройдет дальше. Окей. Да, давай это отсеиваем. Это 100% проходит. Я обожаю. Первые убрали. Да, я первый убрал. Какого, сука. Ладно, нормально. Так, стоп. Подожди, а их же можно как-то все открыть сейчас? Shift Enter, что ли? Не, залупа. Каскад мемов. Пока оставляем, да? Третий это был. Угу. Так, четвертый. Я не помню, если честно. Сердечко чату. Ну, это как минимум проигрывает тому, где под Don't Cry нарутовский эндинг. Да, это где-то рядом с ним. По смыслу. Но хорошее видео, но не могу. Хорошее, да, но проигрывает. Да, наверное, да. Угу. Так, следующее. Нет, рэп. Это оставляем. Если вы это удалите, блядь, я вас... Рэп оставляем. Давгдис оставляем. 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 Угу. Кстати, да, человек тему говорит с тем, что голосование накрутить могут, тем на более, хуй, ну, если мы папки разыгрываем. Это мне нравится, но мне кажется, оно проиграет в любом случае. Да, мне тоже кажется, что это... Блин, оно мне тоже нравится прям, ну ладно. Но оно мне, блядь, нравится, я должен это... Но я удаляю, к сожалению, да? Блин, ну... Все-таки, ну мы фильтруем уже, ну типа... Ну ладно. Два призовых места. Два призовых, да. Так не получится растянуть жопу. Погоди-ка, голосование могут накрутить? Ну, конечно, да. Пока это вообще супер. Я знаю, я просто сейчас думаю, а как тогда? Либо через StraffPol с проверкой IP, там, где вот эту галочку ставишь. Ну да. Ну типа, выберем, допустим, пятерку. Каждому дадим условное название, там, аниме-видосик рисованный и прикольный. Окей. И StraffPol людям дадим. Хорошо, поехали дальше. Заходит жук в аптеку и спрашивает: «Здравствуйте, а у вас есть мазь?» А ему с аптеки говорят: «Да», если он говорит: «Заебись, намажусь». Да, бля! Ну, это... Отличное. Мне очень нравится, как его трясут в конце, но... Да, оно отличное, да, но не на победу, не на первое-второе место. Да. Окей, следующее. Алло. StraffPol тоже можно крутить с IP. Ну да, можно, так в каком ты классе? Хорошо, родите, я пойму. В каком? А вы кому позвонили сейчас? Так, подождите, вы мама не... В принципе, можно пока оставить. Не. Все, удаляйте. Я его проебал, я примерно помню. Сейчас. Ладно, давай next. Катерина, загадайте число от 1 до 100. 24. Ну, если мы то удалили, то это мы тоже удаляем. Это мы тоже удаляем, да?
Ай, ну, блядь, да. Я не вижу. Вон она, вон она. Забираем. Это наша. Давай, 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 давай. Ну, это где-то топ-10, топ-12. Ну, ну топ-10, наверное, да. Так, следующий. Дальше клип. А, дальше клип, да? А, вот ага. Это. Вот это, да? Ну, тут полноценный трек. Но... По-моему, он чату не особо понравился. Да, единственное, клип. Что да. Он в чате почему-то не встретили. Не знаю, почему именно, но... Ну, окей, человек окей, постарался. Окей, окей. Человек мама Никиты? Окей, окей, окей. Такс. Ну, да клип, наверное... Оставляем, типа, или как? Я думаю, нет. Ну, я уже вижу, что в чате голосовать почему-то не собираются за это. Ну, вообще-то, ну... Ну, пишут хуйня. Ему бы какой-нибудь маленький приз отдельный, вот, было бы, мне кажется, супер справедливый как-то вот... Ну, ты ему 200 рублей. Шоколадная медаль, утешительный приз, ну, в принципе, да, можно. Да, шоколадная медалька. Ладно, ну, ладно, хорошо. Так, следующий открываем. Тогда сейчас я залью коричневым. А ты умеешь выделять. Бля, братан, я сейчас понимаю, что, по-моему, мы все удалим нахуй. Ну, это прикольно, звучки какие-то рисовал. Ну, это прикольно, ну, это прикольно. Это прикольно, но как-то, ну, как-то, аж, ну, прикольно. Кроме обложки ничего нету. Ну, я не знаю насчет этих медалей шоколадных. Мне это вот сейчас нарисованное больше нравится, чем клип лично, типа. Окей, давай еще откроем. А, там нет, с бабкой. Нет. Окей. Такс. Ну, фигурку давайте оставим. Да, пусть будет. Я тебя расхуярю. А мне нравится. А, пацаны, ну че вы? О, это 100% да. 100% да. Тайнаков? Да. Где-то сейчас будет вот тот дебильный с девушкой какой-то. Да, блядь, ты дебильный. Она вам что, нюкса, что? Чего вы ее защищаете? Был еще... Сейчас, секунду. Был еще один тикток в стиле... Просто ты о нем очень много раз вспоминал. В стиле Emerald Web он тоже. Там именно вот видос вот этого каменщика, грузчика, вот этого типа, там переозвучено тоже про подрубы. Ну, его здесь почему-то не оказалось. Ну, нет, так, здесь что? Блин, ну, конечно, на победу не тянет, но мне так и нравится. Блядь, мне музыка пиздец нравится. Эх, музыка, тогда все подойдет, как едет. Вау, вау! На яйца схватил гусь! Не, ну... Ну, можно оставить, но он пройдет. Ну, не, я думаю, он не пройдет все равно дальше. Он не пройдет. Ладно, окей. Все-таки мы фильтруем сейчас. Ну, чем берет вот всякие такие тянки, которые танцуют в ТикТоке, там по 3 смотрят? Ну, у них что? Потому что, блядь, писька играет у всяких даунов. Ну, у меня играет. Ты что понял, что ты мне сделаешь? Так давай, сделай, блядь. Блять, ну у меня писка, ну у меня писка играет, и чё? Ну, чем берёт? Классный, классно склеенный, прикольно, он это придумал. Да, да, остаётся. Ну оставь на всякий. Вот он твой тикток. 35 лайков, вот так раз и всё. Гудбой, ты, конечно, красивая. Ну... Ну, тут, конечно, Не, чат, я не про ту, которая танцевала, говорил, я про это. Удаляем, Кто это, блядь? Убить! Удалено. Так, окей. Ну, это мило, но не на победу. Ну, мы рады за вас, но нет. Да, мы рады, это хороший тикток. Так, окей. Ну, все, я извиняюсь. Ну я извиняюсь. Вперед, блядь. Да, хорошо. Да. Так, да. Следующий. Бля, да, ну, это мемы, конечно, но...
Вот с мемами очень сложно. Там их 40 сделали в одном ролике. Да, как да, это, да. Я да, считаю, да. Сравнивать. Смотрите, есть этот, а есть тот, который в конце, там, где мемов 50, блядь. Да, да, и он как бы среди мемов как бы все мемы победил. Да. Окей, окей, так, значит, и сделаем. Удаляем, значит. То есть, ага, все, понял. Да, такое слово это жесткое. Какое-то... Удаляем, обнуляем, отменяем его. Да, тип, просто, тип просто за компом дезинтегрировался, исчез. Это, ага, был, это был вот этот, да-да-да-да-да. Да, так, теперь вот этот. Блин, ну это вообще хорошо. Это оставляем, да. Оставляем ручку. Да-да-да. Без вариков. Ты видел, сколько там деталей? Ты видел, там котенок повесился? Подожди, да я еще раз хочу посмотреть. Эй, не надо. Подожди, подожди, подожди. А вот это что такое торчит? Три креста. Это, кстати, Новорос. Это реально Новорос. Это гора из Новороса. Вон, смотри. А это что там внизу? А что снизу? Тоже не знаю. Бедный котенок. Brawl Stars, страшная собака вылазит. Посмотрите, тут это пикча от Old Loli, по-моему, да? Тут вообще пиздец, тут все сделано. Эту хуйню анализировать надо. Там это еще вон тут, твой ковер висит. Тут еще, тут там мой ковер. Да, 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 да. Тут вообще в каждом. Да, кроссворды, сканворды. Еще надо вспомнить, что тут. О, все, все. Собака-колонка. Гац, причем моя моделька. Очки из Гуренной Лагай. Чай, пуэр, все здесь. Ты просто постарался. И помним, что... Посмотри, сколько всего здесь. Просто посмотри, дед таксист. Причем этот тип сделал два тиктока. Два мальчика, не один. Подожди, мне Хокус пишет, что мы типа Джессарта забыли. А где Джессарт? А я не, он будет дальше. Он будет, я, да? Если что, мы добавим, но, по-моему, Джессарт дальше где-то. Ну, я скину на него ссылку, но, ну, бля, как такое пропустить? По-моему, он дальше будет. У нас формат ссылок просто другой. Колбаса и Милка, сзади Джон Вик. То есть тут прям вообще все-все-все. Если хотите, я скину, а потом да, ссылку на этот Excel. Погоди, погоди! Братан, как отмотать? Там, по-моему, стояло то самое вино, молодая грудь кормящей матери. Вот это вот... На стриме у себя, посмотри. А я, там дыню все проебал. Пизжу. Ты дыню спиздил. Готика Алекс. Дэн. Дэн. Момо. Момо. Слушай, все есть. Снюстер. Снюстер. Это самая телочка, как ее там. Вальгал. Как ее? Хофманита. Хофманита. Это, ну, реально, слушай, в Новороссии такие улицы? Нет. Там, да, был ценник, ценник, 440, все так, да, да, да. Посмотри, посмотри, это из этих рэббитсов. Короче, тут все, тут вообще все. Очень, очень детально. Очень душевно, музыка, как бы по-любому, по-любому. Коленька. Так, это какой? Какой покажешь? Зеленые глаза. Джессарт, конечно. Джессарт. Так. Хокус, что ты это, блядь? Так, подожди, это я вот это смотрел, да? Да, 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 все, ну, это оставляем. Ну, ага. Проходит дальше. Mighty Put 2. Да, мне кажется, ну, типа, он хороший, но вот с теми конкуренцией. Ну да, ну, блин, ну, он крутой, прикольный, но он, ну, да, он хороший, он хороший, длинный, хорошо сделан, долго делал. Ну, типа, Хокус молодец, но нет. Следующий. Слушай, ну вообще скоро караоке... А, высокую взял, да, еще раз послушаю. Опередил ты меня, я тоже хотел... Ну, я его удалю сразу. Ну-ка, а насколько высокую берешь сейчас? Нормально. Высоко, насколько? Вот. На распи... Я его лично себе сохраню просто, даже если вы не пропустите его. Твари, твари, гады, фашисты, даже если вы не пропустите его, я себе его оставлю. Так. Ну нет, нет, к сожалению, не варик. Не варик, да? Да. Коля, убей, Коля, выстрели. У меня маленькие яички, у тебя огромные яйца. Выстреливай, я не могу.
Ну, интро. Интро, как бы, интро это хорошо, но интро тоже не побеждает среди оставшихся. Ну да, да. Так. Джон Вик и стоячие штаны. Я считаю, что нужно оставить. Блин, даже если его не выберут, ребята, там как бы Джон Вик и стоячие штаны. Но Смикет. Конечно. Говорит, а чё Гнидусон решает? Я, блядь, этот конкурс придумал. Вообще-то, да, это Колин конкурс. И выплачивает за первое и второе место тоже чисто он. Вообще-то, если ты отходил, но я рассказывал, что ты мне должен. Че? Поэтому ты за меня выплачиваешь. Я, сука, кому я должен? Я только на колени, только перед Богом. Ты че нахуй несешь? Кому должен, тому прощаю, сука. Сука. Так, ладно, окей. Песня от Слава Майера. Уф, это супер сложно. Это сложно, это тяжело. Тип накринжевал 2 килограмма, а нам, значит, разгребай. Мне кажется, если типа такое повествование с всякими рисуночками, картинками, то Smellcat просто лучше сделал. Но мне кажется, что Слава Майер спел на уровне с Дисом на Давк. То есть тоже там изменен текст, тоже все по смыслу. Не, Дис на Давка круче спит. Да, ну блин, это очень сложный вопрос. В чат просит оставить. Оставляю. Ну хорошо, давайте. Ну, блядь, оставляю. Я не видел, чтобы чат за кого-то не заступался. Ну здесь типчик проигрывает. Ну, здесь да. Типчик проигрывает предыдущим. Нет, чат не заступался за то рэп-видео там, где на заброшках чел лазит. Да, классный да. Рот. Классный рот, нахуй. Сноси, блядь. Как мы его пропустили? Там мы... канал так называется, классный рот. А там под конец хуёвые. Ну и, собственно, о, вот боже. Это непотребство. Собственно, я вот удалил. Это... Ты удалил? Мне кажется, тебя разорвут в чате. Мне кажется, то, что... Блядь, ну я удалил. Ну уже удалил. Ну как вернуть удалённое? Коля, Файлы не восстановить. Коля, оно тебе надо? Ну, сейчас пиздец будет. Да я... Оно нажалось случайно, кнопочка. Пизда, тебе пизда сейчас будет. А корзину почистил, когда удалил? Уже все? Да, кстати, уже затер все биты, байты. Надеюсь, у тебя бункер есть. Ты будешь битый, значит, сейчас. Блядь, ладно, хорошо, вернул. Блядь, довольный нахуй? Вернул. Че, блядь? Я ему... Если он выиграет, я свою долю ему не скину. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, ладно, коричневую медаль удаляй, судя по всему, слишком много. Ну, окей, ну, да. Да, так, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Сейчас шестнадцать тиктоков. Два места. Что, отдавать Коля. Все 16 на растерзание голосования? Не, я думаю, еще раз пройтись. Там можно 2-3 где-то, ну, парочку убрать. Вон, Коля сконденсировал, давай. Фак, перепроверяем, быстро. Удаляем. Все еще лучше из мемов, пока не трогаем. Рэп не трогаем. Блин, ну оставляем, вот этот... Оставляем. Да? Но он... Да. Но он, ну... Я не знаю, как он сделал так просто и так как-то захватывающе, не знаю. Я тебе напоминаю, что там, когда Дима появляется, его, там написано большими красными буквами «Иди нахуй, хохол». Я забыл эту часть. Ты игнорируешь эту часть. Не, ну оно все равно классное. Ладно, окей. Значит, ладно, оставляем. Следующий. Ну, сносим. Так, какой это? Пятый. Видели? Подожди. Вот, я на него нажал. Ага, все. Так. Оставляем. Оставляем, без разговоров. Ну, оставляем, естественно. Дайте я еще раз посмотрю этот. Макса нет! Нахуй тебе здесь? Зачем он не подрубает? Уже ведь конец месяца, позвоните ему! Блять, бегите нахуй! Откуда мне знать, сукины дети? Эй, блять!
блять, я просто хотел стримить кота и рыгать, за что мне это? Где Максим? Ой, а что, стримишь, да, но я не знаю, вырубай нахуй хз, подвинься давай. Ты чё, ебанутый, ты где пропадал, нахуй, лёжец? Димас, спокойно, сейчас отстреляется, ебану, ну, ебу это. Бля, как он тебя спародировал шикарно. Димас, спокойно. Ты чё, тебя же пиздец. Не ссы, тиктоки есть. Но они только для меня. Здорово, пацаны, столько тиктоков нашел. Дай тикток на канал. Бля, я опять не сохранил, что ли? Дай тикток. Не дам, вот тебе вместо тиктока реклама Point Blank. Вместо тиктока реклама Point Blank. Простите, пацаны, на днях будет. Слушай, Смурфик, так не работает, типа кто-то там что-то делал фигурки, а кто-то просто наложил маски, ну естественно, кто-то старался больше, кто-то меньше, кто-то просто попал в точку, кто-то нет, вполне вероятно, что победит вообще что-то, которое, на что усилие едва ушло, хотя навряд ли, но все же, списывать со счетов никак нельзя. Так, окей. Давай дальше. Ну, нет, естественно. Ну, конечно, да. Ну, конечно. Джессарт оставляем. Да, тоже, да. Ну, ладно, Вика, ну, Джона нет, Вика убрать нет. Надо. Да, убираем, если. Да, убирать. Угу. Смикета оставляем. Сулмайра, короче, три нахуй, типа. Удаляй нахуй, типа. Я не могу. Что там за... А, вспомнил. С этой песней, это такой тип. Но это было топ. Это было топово, это было супер. Это было смешно. Так, окей. Подожди, почему он еще здесь? Я не понял. Не понял, а кого ты удалил тогда? Его и удалил только что. Ага, ага. Сейчас ну и тип в чулках. Кто-то проебался, какой-то видос классный. Походу да, мы никого не удалили. Юбку оставлять просто. Не-не-не-не, все нормально. Мы его походу просто в первый раз, когда проходились, не проверили. Хорошо. Коля кого-то под шумок убрал. Просят удалить гачи, ну, просят удалить гачи, потому что это типа 2016. Ну как вы можете вот с этим оставлять, блядь, юбку? Вы, ну, я не знаю, пацаны, блядь, ваше мнение. Ну как можно вместе, рядом с этим оставлять, блядь, вот этот тикток с юбкой? Я, если ты не помнишь, я его выключил, не досмотрев. Меня чат за яйцо схватил, за горло. Я знаю, что меня какашками обольют, но и надо убирать. Ну блин, все, мы, ну, давайте, блин, все, да, мы, да. Мы втроем выдержим, блядь, удар. Погнали. Все, сомкни челюсть. Так, что про гачи, что думаете? Прикольно. Конечно, но, конечно, но, это... но не выиграет. Конечно, бы. Это гачи, но там как бы вот этот маленький короткий диалог у меня с Димой, он так хорошо вписан, что даже забыл, как бы можно списать со счетов, что это гачи. Про письку, ну, играет. Не выиграет же. Так, это какой? Можешь показать, какой это гачи? Так, давай посмотрим. Так, а где он был там? Не оно. О, господи, не оно. А гачи где? А де гачи? А, во, седьмое. Сам первый? Седьмое? Да. Ага, вижу. Все, седьмое удалил. Итак, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять это нормально или еще трем до пяти? Девять осталось, еще трем до пяти. Че? А, трем, типа, ладно, пух. Дима сломался на секунду. Так. Блин, не, сейчас будет очень сложно, мне кажется. Сейчас будет очень сложно. А сейчас не выйдет. Сейчас не выйдет нам убрать. А сейчас не получится, да? Да. А там все, там золото осталось, да? Один какой-то. Это как-то тупо. Ты до 9 дошел, и прикинь, тебя одного убирают и 8 на голосование. Ну да ладно, одного неприятно как-то. Ну давайте как есть. Так, секунду. Сейчас, секунду. Так, надо убедиться. Ну,
он никак не выигрывает. Он никак не выигрывает. Он как бы мемы-то, конечно, топовые, но погоди, не убирай. Может быть, из 9, вот сейчас вот этот отбор, который будет... Как... Там же, по-моему, спамили про то, что я что-то удалил или нет? Я проебал сообщение, я что-то не удалял? Я не помню, ладно, если честно. Ладно, неважно. Я не помню, если честно. Давайте так, давайте сейчас попробуем до 5 подтереть типов, но... Подтереть! Слушай, но мы не будем их убирать. Давай с этого момента будут реальные утешительные призы. Мы с Элей уже давно договорились и, короче, собираемся сделать такую штуку, я хотел на следующем стриме сказать. Она согласна помочь мне, точнее, ну, вообще ее инициатива, чтобы обмениваться с кем-то, ну, какими-то небольшими вот этими, вот что я всегда... Чего? Понапокупал всякой херни, всяких вот этих игрушек маленьких, мягких, фоток из аниме, стикерочков, как это еще херь называется, бейджиков и прочие залупы, не пойму, как это все называется, ну, в общем, типа, ну, какие-то обмен посылками с зрителями, которые хотят. И вот мы можем тех, кого сейчас выкинем, из 8, вот мы сейчас, скольких? А подожди, сколько их? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Из 9 четверо получат такие небольшие посылочки. Нормально? Ну давай, если ты готов четверо. Это все устроить, то да. Окей, хорошо. Сейчас будет 4 утешительных приза, посылочки там всякие, все такое, что какое-нибудь там, что-то в этом роде, если это кого-то вообще устроит. А 5 будут соревноваться за деньги. Это вообще шок, там сейчас стоит слоумот, это как опять 10 секунд, и чат настолько летит, это вообще шок. Давайте 30 поставим. Не-не-не, а выруби слоумот на чуть-чуть. А я не знаю, как вообще вырубить. Медленный режим, только... А, вот выключен, все, вырубил. Ох, поехало. Посмотри, как воюют за юбку. Посмотри, как за юбку воюют. Это что вообще... происходит? Это... Посмотри, я такого не видел со времен Твича. Да, вот, да, да. Ну нельзя. Ёб твою мать. Сейчас нет. Они убьют за юбку, посмотри. Ну ты готов юбки выслать? Боевая рогатка. Я могу воздушный поцелуй выслать прямо сейчас. Ты видишь, что происходит? Оу. Я не знаю, если народ так воюет, может это тоже какое-то отдельное место, но не денежное. Давайте с ним созвонимся в Дискорде, спросим у него, послушаем его голос, спросим у него, как ему такая идея пришла. Я никогда не видел, чтобы чат так бежал. Я тоже, это странно. Это пиздос. Причем на стриме не отображается даже, как он в реальности бежит, он еще в 2 раза быстрее. Да. Типа, я был на трансляции, где там по 100 тысяч людей сидело, и вот даже не близко, блядь. Давайте наградим юбку отдельным местом, и, может быть, он захочет к нам в Дискорд прыгнуть, или не знаю, или что бы еще можно прыгнуть. Сигну от Колли на сиськах. Угу, окей. Давайте просто запишем его в отдельную категорию, и все. Я его вот смотрю, вот сюда, чуть-чуть вниз. Все, окей, поставил. Пацаны, все. Женщины снизу. Все, пацаны, все уладили. Урегулировали вопрос, я правильно сказал? Так, хорошо. Давайте уже эстрафпольчик делать. Так, погоди, а мы еще не отбираем от типов? Все, это все? А все, мы не смогли. Я считаю, что вот тот мем вначале надо убрать, но это мое мнение. Да, убираем мем вначале, он получает посылочку. Окей. Тоже вниз его сноси. Давай. Так, рэп. Вы думаете, что рэп возьмет первое либо второе место, честно? Нет. На посылку. Мне пишут, что мобильное приложение из-за чата ложится, надо типа слоу-мод нормальный. Да, давайте вернем, я сейчас поставлю. Он стоит на слоу-моде, но может надо... 10 секунд. Он стоит, 10 да, секунд, это 10 секунд. Не справляется. Давайте 30 ладно. Ставлю. Да, сказали, что... Не, 10, пусть будет. Не, да какое? Ну, а зачем? Ну... Сказали, что уже все норм. Все, типа... Да кого? Ну, ты смотри, тут просто спамят люди. Зачем? А, ладно, будет... хуй с ним, давайте уже. Так, что у нас? Последний раз пройдемся. Блин, почему? Вы как бы воюете за этот ТикТок? Ну-ка, дайте еще раз посмотрю.
Блять, ну вот в такой финальной конкуренции я не знаю, но он мне очень нравится. Вот чего-то по вайбу прям охуенный. Да, задумка прикольная с этой камерой 360. Угу. Прикол в том, что про меня тут тоже не особо что-то, ну, супер крутое, но мне... Бля, ну ладно, он хороший, ладно, он хороший, слышишь? Я там говорил? Ладно, он хороший. О, Колю обидели, блядь, а? Четверым мне, честно, утешительный там приз. В половине про меня какую-то хуйню говорили, я ни один из них не засудил за это. Не-не-не. Про меня тоже, я так старался не судить. Братан, из пятерых, останется трое. Сейчас, погоди, давай посмотрим, сколько останется. Так, сейчас, секунду. Сколько останется? Хотя, честно говоря, я знаю, что это вещь приятная. Мы, кстати, с этим типом кое-какой контакт держим. И попробуйте у него что-нибудь заказать. Он делает эти вещи, фигурки просто отлично. Мы сами собираемся с Элей заказать у него всяких разных фигурок. Ну, уже заказали. Я бы прорекламил. Жалко, да, что да. Хохляндию сложно доставить. Шикарный тип. На самом деле... Мы уже у него заказали 3 фигурочки, там кот, черный кот, у которого в зубах нож. И мне кажется, конечно, что... Может, его стоит упомянуть вне конкурса, просто это да, будет... Да, мне кажется, что это какое-то место рядом, место где-то. Ну, можно запустить, типа, в паблике, типа, вот, смотрите, какой талантливый челик. Ну, давай тогда... Еще в отдельную категорию. Вот сюда я его снесу. Вот это по ссылке 3, видишь? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Вот это, типа, может быть, как-то ты свяжешься или ну, короче, какую-то альтернативную награду. Да-да-да, определенно. Точно. Но у нас осталось тогда 6. Сейчас, погоди, это... еще, сейчас проверим. Погоди, а мы пути не оставляем или удаляем? Кого? Пути не, там, где хохол пошел нахуй. Ну, вроде оставляем. Вам так нравится, и на самом деле он смешной. Очень нравится. Так, этот оставляем точно, Тайнакова оставляем. Так, я думал, вы скажете, чтобы удалить. Это оставляем точно, душевный. Это тоже, это 100% оставляем. На самом деле претендент на победу, на первое или второе место точно. Зеленый. Джессард очень хорошо сделал. Так, это. Смикет, естественно. А, и все, да? Ну вот и все, тут уже не уберешь никого абсолютно. Ну, блин... Да, вот там тип правильно написал, что прикинь, вот есть типа 3 посылки, а все, кто вот остались... Не-не-не-не-не, все нормально, их тоже, кто еще не победит, их туда же добавим. Коля, Макс, можете просто пристрелить то видео? Я не хочу быть стреляющим. Реально? Какое? Ну, да. Мы можем. А Коля же сам за это видео... Я голосовал, но если это важно для Димы, типа... Не, мне не важно. Ну ладно, похуй, забей. Блин, честно, но оно типа проигрывает 100% и эндингу из Наруто, и этому, и Let Go, это точно. Я бы и Тайнакова поставил выше, чем это видео, и, блин, из всех 6 для меня оно, вот, мне он нравится, но из 6 я не чувствую в нем победу. Как вы считаете? Я оттягиваю не злоба. Я тоже. Ну, нет, погоди. Хорошо, стой. Обсуждать резво, да, наверное, это прям не победитель, потому что я понимаю, что типа и задумка какая-то достаточно простая, и контекста никого нет. Вот, слава Майеру. Там еще в первые дни появилось. С другой стороны, по факту, никто не обязан за какие-то усилия, приложенные к труду, ценить этот труд больше. И если, ну, мне вот, типа, прям что-то вот цепляет в этом ролике. Вот. Несмотря на то, что он сделан супер просто. Он классный, он крутой. Но я говорю, если, Дима, если ты хочешь, мы его удалим вообще без проблем, потому что... Не удаляйте. В данном случае мнение Путини для меня менее важно, чем твое мнение. Не оставляйте. Славмайера в натуре убили, даже не дали учительный приз, просто где-то между строчками выкинули его нахер. Надо Славмайера добавить в утешительный приз. А еще я хочу что сказать. Вот... Не-не-не-не-не, этого я говорить не хотел. Давай, жрать хочу уже. Мне штрафпол делать или что? Так, что мы делаем, штрафпол на 6?
Слушай, ну просто мы заебемся столько там этих подарков отсылать, если ты вот это хочешь все по почте. Я в свое время отсылал, это заеб прям нормальный. Ну да, это заеб. Ну, денек потратим, наверное. Такое только, но, с условием, только с условием обратного. Не-не-не, только с условием обмена. На 5000, с условием равносильного обмена, как в алхимике, чтобы вот что отправили на такие же деньги обратно, иначе не ебет. Мы пересмотрим все, когда вот Стравпол запустим, в это время будем пересматривать. Ну так давайте, вы откройте и говорите мне, что ну я буду закидывать их в Стравпол. А, говорит, нифига, а что, сложно посылку обратно отправить? Мы же тоже запакуем тебе шоколадку, игрушку. Мне тоже запакуй что-то из своей области или города. Все, магнитик, хули ты, тварь дрожащая. Давай. Давайте решать. Давай. Хорошо, если Максим... Тихо, перед этим. Если, Максим, ты берешься за то, что ты будешь отправлять вот эти подарки, то ты действительно сможешь отправить, вот смотри, сколько здесь. Если выиграет из этого всего только два, один ты пиаришь, допустим, вот эту фигурку ты пиаришь отдельно, получается 3, 4, 5, 6, 7. Сколько? Семь. Сколько, блядь? Если ты еще Славмайера, блядь, туда добавишь, то 8. Погодите, пацаны, мы на такое не договаривались. Ну, пацаны, типа я понимаю, что всем какая-то работа запала в душу, но вы же понимаете, что надо что-то решать. Ну, мы сидим, спамим, весело, хихихаха, но мы так никогда ни к чему не придем. Да как, мы уже на финишной прямой, это самое горячее обсуждение сейчас. Да, ладно. Да, но в том и дело, что чем ближе, тем оно больше растягивается все. Ладно, давай сейчас, Во-первых, хорошо, смотри, если снеси ты первое видео. Все. Если ты отправляешь эти подарки, то ты решай, кому ты будешь отправлять подарки, потому что это уже чисто вот то, что ну, ты там будешь делать, правильно? Окей, окей, да. Причем, слушай, тем более я этого не буду делать. Это, я потому так легко согласился. Это Эля в кровь руки собьет об эти коробки. А она там, на самом деле, уже со многими знакома, поэтому мы легко решим это. Давайте оставшиеся посмотрим. Ну, не полностью, просто я добавлю их в Стравпол. Давайте их, да. Давайте быстрее. Давайте их как-то обзовем, да, в Страфу. В Страфу. Да, давайте, да, давайте. Да. Так, первый. Тайнаков. Окей. Тайнаков все понимают, что... Тайнаков Devil May Cry. Да, Тайнаков Devil May Cry. Второй. Дальше. Как это назвать как, правильно? Как это назвать? Как это назвать? Что за аниме? Что это? Так, вот я скину людям, начну скидывать по очередности ссылку в чат, чтобы они пересмотрели, если хотят проголосовать, чтобы себе напомнить. Так, это Тайнаков. Второе, обзови Наруто эндинг. Так, это Наруто. Наруто эндинг под деревом, во. Ночной наворот? Ночной наворот. Кладезь отсылок. Ночной наворот. Ага, дальше. Все хотят проголосовать за Славмайера. Я что-то тут... Так, ладно, сейчас, секунду. Зеленые глаза. Джессард, зеленые глаза. Ага. Ребят, по чесноку... Блять, ладно, сейчас, секунду. Ну и Смекет, сказка про Васт. Ага. Так, и что у нас получилось? Раз, два, три, четыре, пять. Все, это они, да? Это они. Да. Так, сейчас я... Ну, про Славмайера спамят. Я вот сейчас посмотрел, три уникальных чела спамят. Вот они просто сидят и спамят. Они спамят уже минут 30. Вы понимаете, что вы пишете, что много человек хочет, чтобы Славмайера добавили, но вас трое. Кстати... Вы вообще, блядь, неадекватный нахуй. Кто Колю разозлил? Кто моему брату сделал, тому 100 раз больше сделал. Слушай. Коля прав. В принципе. И еще я кое-что хочу. Так, ладно, из этих пятерых все точно, все, это 5 и точка. Славмайера мы отправляем на этот самый. Как это называется? На утешительный. Так, сейчас я добавлю ссылки каждому видео. Окей.
Тут можно сделать опрос приватным, чтобы, типа, только можно было переходить по ссылке на него напрямую. Да, я думаю, если какая-то накрутка есть, то ей... Хотя, ну, сделай! Похуй, я думаю, все равно сделаю. Все будут переходить по ссылке. Окей, я думаю, готово. А включать, чтобы можно было несколько вариантов выбрать? Mm-mm. Нет? Думаю, нет. Не-не. Хорошо. Думаю, нет. Окей, хорошо. Тогда каждый голос будет прям супер ценный. Я создав. И открой на стриме, Максим. Да, давай. Вот, ссылочка. Бля, оно не так красиво выглядит, ну ладно. Что такое? А, это у меня. Так. Да, блядь, нет, Славмер, у меня-то к тебе претензий ноль абсолютно. Ты пиздатую вещь сделал. Да, как бы... да. Люди, которые вот сидят просто спамят, у меня же к ним, блядь, агрессия. Да, чатик, в чатике ссылка на Стравпол, заходите, голосуйте за любимые тиктоки. Да, я сейчас еще, хотя нет, я после голосования, как закончим, я скину еще ссылку на Excel, кто хотел. Я пытаюсь, там подожди, все тиктоки. Мне же надо показать, кто там выигрывает топ. А, нет, результаты голосования только вот через, да, несколько минут, когда будем уже завершать, да? Ну, слушай, я сам не могу выбрать. Я поначалу удивлен был, но вообще, в принципе, нормас. Честно, блин. Ну, это будет так субъективно, «Ночной новорос», так субъективно, потому что это у меня вызвало теплые чувства. Ну, все сделали просто круто. А что ты спалил, блядь? Ну, я еще не нажимал ни на что. Ну, ладно. А, ты сам выбираешь себя? Да. Тайнаков тоже, блин, ну, короче... А, ну и, наверное, я учреждаю. Наверное, я учреждаю. Я бы, блядь, дал... Ну, а можно лично высказать, кому бы я там первый, второй дал? Ну, подумай, давай. Ну, можно? Ну, говори. Я бы дал «Ночной новорос» первое, «Смайлкэт» второе. Я бы... Слушай, по чесноку Тайнакова полностью Макс протащил, потому что, ну, ролик смешной, но я его не видел прям вот в конечном голосовании, если честно. Ладно, для я меня... подлизал Тайнакова. Ладно, это, ну, правда. Ну нет, ну короче, если бы я выбирал, то вот три работы, среди которых я сейчас сижу и выбираю, это «Наруто», «Ночной новорос» и «Зеленые глаза». Ну да, там Панда правильно, блядь, написал, что мы опять весь конкурс скатили к артам. У нас есть какая-то такая хуйня, что погоди. Я извиняюсь, но это из чего выбирали? У нас наоборот, весь народ делает нечто подобное. Мы говорили, что можно, чтобы каждый сделал вообще какую-то соплю, типа вырезку из стрима, просто кусочек. Ну, кстати, да. Если бы там были какие-то супер... Да, ребята взялись двумя руками и сделали опять какие-то душевные вещи под музыки, под все нарисовали. Как бы я не виноват, что так хорошо делают. Нихуя себе, я еще виноват, что люди такие охуевшие у нас, охуенные. Не, ну слушай, ну блин, оно вот так вот. Ну, когда есть креативная платформа что-то поделать, ну, все несут свое. Все, что могут, да, то и делают. Мне кажется, супер получилось. Мне кажется, все идеально в этом плане. Ай, честно, для меня... Нихуя, я самый маловыбираемый ответ выбрал, нихуя себе. Хотя, возможно, я считаю, что Наруто эндинг под деревом... Где-то в первом или во втором месте, потому что там тоже и стилистически нарисовано, и как-то сделано, как-то тоже, да. Блин. Ну, мне кажется, «Ночной новорос» там просто можно это видео полчаса разглядывать, все референсы посмотреть, и классно сделано. Возможно, я «Смайлкэта» слишком люблю, но мне очень понравилось. Но... Да, ты слишком любишь. Хотя, ну, может быть, у Джесарта типа так... Так, ладно, скидываю ссылку, кто хотел, на вот Google Doc. Для меня начну... Да. Я уже ничего-то как-то даже не могу сказать плохого, потому что очень все замечательно сделано. Золдан, ты прав. Ну. Я просто как-то мемы про каменщика не люблю, поэтому... Да, хорошо, да. Это я ему сказал, что я протащил финал, дальше сам. Для меня «Наруто эндинг под деревом» и «Ночной новорос» вот это вот как бы два прям, наверное, таких, что... Мне нравится, как сделал Джессард, но я, знаешь, почему не говорю то, что вот прямо первое, потому что
Потому что его любой арт выглядит просто охуенным. И как бы для меня как будто бы не удивление, что вот в его стилистике любая вот эта вещь, что он либо он нарисовал, я впечатлюсь. Я по-любому впечатлюсь. Мне просто нравится, как он рисует. У Джессарта видео прям выглядит криспи, гуд. Да, 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 да. Угу, сочным угу. таким. Прям сочно из ему него. Ему в какую-то типа рекламу как будто бы пойти. Во-во-во, ему бы реально пойти в какую-нибудь рекламу. У человека свой определенный какой-то уникальный, замечательный стиль. Смайлкэт как-то Смайлкэт, сделал... У Смайлкэта было... как-то сиквел к своим артам. Но погоди, но погоди. Во-первых, его арт это тоже... Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Кто вообще в своем уме возьмется рисовать эти абоминации, все эти отростки, метастазы и прочую хуйню? Плюс в его мультике было пару смешных моментов. То есть и шутки, и все такое. Ну да. Ну, что делать? Сейчас 524 голоса. Я не уверен, что что-то поменяется, типа. Думаешь, да? Это, думаешь, это конечное? Ну, там типа расставание между ними такое, которое уже не пофиксится. Разве что кто-то там достанет ботов на крутку, и тогда поменяется. Ладно, я проголосую все-таки за... Я посмотрю, можно мне не голосовать? Да, ты можешь просто результаты открыть. Просто результаты, я не могу определиться здесь. И там можно поставить авторефреш, чтобы оно обновлялось. Поехали. Ему. Ночной новорос. Тайнаков! Наруто эндинг под деревом. Джессарт Смайлкэт. Инер, пожалуйста, блять, не надо, я тебя умоляю. Ну, пожалуйста, блять, не надо. Мы удалили все правильно, все выбрали... Нету там никакой ошибки, нету. Я тебе еще до этого писал полчаса назад, вот как ты только начинал спамить, я тебе сразу написал, что нет там ошибки. Почему ты не можешь или стрим посмотреть, или меня в чате прочитать? Почему? Пожалуйста, Коля, хватит. Коля, Коля, все, все, Коля. Иннер психологический террорист. Свел с ума. Шок. Наруто эндинг, как, ну, не самое прям мое любимое здесь видео, но блять, оно как-то получше, чем Тайнаково видео. Что я сделал? Что я натворил? Да, братан, что-то накакано. Я Тайнаково люблю, но... Ночной рост, Наруто эндинг, Смайлкэт, Джессарт. Так, окей. Так, окей. Но никто никого не заставлял. Все проголосовали так, как хотели. Ну, я сомневаюсь, что уже что-то поменяется. Мне кажется, ничего не поменяется. И... Но, скажем так, среди этой пятерки прям вообще проигравших не будет. То есть награда будет для всех. Джессарту, Смайлкэту и... Ну, то есть я по-любому из-за Наруто под деревом по-любому надо выдать призы. Я как бы говорил, что, скорее всего, как бы два главных приза — это одно, а придется что-то еще выдавать. Ну что, тогда когда мы уже можем назвать законченным голосование? Давайте до 600, может быть, добьем. И давайте. Это будет... Распамьте, пожалуйста, еще раз ссылочкой. Давайте 600, и когда 600, то тогда все, конец. Смеки дарет, чтобы голосовали за Джессарта, говорит, вы че, ебать? Смалка это просто люди любят. Ну, ко всему еще. Я честно, у меня вот эта вот мысля не может выбраться из головы, то что... Не, ладно, даже говорить не буду. Что, Тайнаков? Нет, про то, что... Типа, может быть, если вот мы учредили первых два места, то вот остальным трем мы бы что-то от зрителей, но я же знаю, что они набомбят бабок больше, чем за второе место точно. Чат, держите те три места, на вас все, ну, короче, скиньте им деньги.
Вообще, когда мы изначально обсуждали, мы же думали про это. Блин, нет, просто смотри, ты рассматриваешь это с точки зрения, что это типа нечестно как-то или что? Но мне кажется, это как-то странно. Ну, просто... Там мне было кажется... одно предложение в чате, которое, ну, я не знаю, оно, наверное, ну такое... Предлагали, типа, вот, донатные за сегодня разделите там между челиками, но это как-то... У тебя включены донаты сейчас? Ну как, в смысле, на стриме не отображаются. Ну они всегда там на фоне, ну типа это просто уже как-то достается хлеб из кармана Максона. Нет, можем сказать, что может быть, блядь, если кто-то хочет поддержать конкретного автора, то он может сейчас скинуть, и мы все передадим автору, и все, нет? Среди всех пятерых? Ну да, да, допустим, кому-то вот что-то понравилось, он хочет просто автору сказать, типа, класс. Ну типа, если так хотите, то я-то, конечно, никого не остановлю, ссылка есть, и деньги передадим. Ну да, можете, собственно, может да. Тогда давай вот типа с этого момента это начинает работать, и там подруби, чтобы донаты отображались, и типа минут там просто 10 посидим, если кто-то что-то хочет передать, все. Так... Сейчас. Чатик, надо еще 12 голосов. 12 голосов и закончим голосование. Че за хрень? Мне скинули 500 рублей с таким сообщением диким. И оно адресовано Коле. Не удивлен. А его можно читать? Да я могу его прочитать, не знаю, Коле понравится это вообще или нет. Да. Да не надо. Да, вот и все. Так, дамы и господа, 4 голоса. 4, 2, 1. Все, 600. Все, 602, конец. Ну, поздравляем Новорос, так, ебать. Хорошо. Поздравляем Новорос, поздравляем Тайнакова. С остальными тремя сейчас разберемся. Ладно, этим трем посылки троим точно гарантированы. Вот точно гарантированы. Этим троим соберем вот прямо вот full set. Сейчас я попытаюсь сделать по-быстренькому виджет доната. Оповещение, да? Где эта херня вообще находится? Ну, оповещение вне Германии. Так. Куда донат кидать? А куда донат кидать? Сейчас, секунду. Коля, а чекни сверху в Excel. Там это... 49 читателей или что? Да. Так я ж скидывал, я ж скинул ссылку, я говорил. А, ладно. Они не могут редактировать. Типа на память просто остается. Ну, плюс можно посмотреть все тиктоки. Донаты встраиваются через браузер, да? Да. Браузер, адрес, URL. Вот Excel, еще раз, если кто-то хочет. Такс. А в КСС что там вставлять? Да нихуя. КСС, ничего не надо вставлять. Ничего не надо вставлять. Вставляешь ссылку, она прозрачная и будет активировать. Охуеть. Вау. Подожди. А с какого момента он начнет их сейчас считать? Сейчас, секунду. А сейчас за года два, наверное. А там нету кнопки проскипать? Там должна быть кнопка. Да, это вообще... Это вообще откуда донаты? Сейчас, секунду. Бать они там. Страшный, как моя нахуй жизнь, блядь. А что сделать? А что с этим делать? Так, найди там где-то... Там последнее сообщение, если открыть, там будет, но там типа последние 10 можно скипнуть, а у тебя сейчас, я так понимаю, очередь из 5000. Попробуй обновить эту штуку, браузерный, эту штучку, эту. Да, по-моему, если типа вырубить и врубить его... И может быть, оно закончится. Он, по-моему, скипает один донат, я не уверен. Блядь, а чё у меня такая морда? Какой ты уёбищный. Вырубить и врубить каким образом? Там галочка, там в ОБС, вот именно в настройках браузера есть галочка, что-то типа выгружать, когда неактивно. Сейчас попробую найти. Откуда звук-то, твою мать? Я же выключил. Ты как член побритый. Фильтры, да? Нет,
Вот там конкретно, где нажми два раза на браузер. Пишут, ебать, бабки летят. Да-да-да. Так. Ага. Обновить кэш текущей страницы. Вот внизу, там ниже этого есть галочки. Через полгода появились донаты на стриме, ну ты, Макс, ебать твой хуй. Так, отключать, когда не видим. Да-да-да, по-моему, вот это вот. Вот. И теперь в теории, когда оно началось, у тебя оно уже типа отмечено как просмотренное. Если ты его вырубишь, врубишь, то у тебя будет следующий донат. И так можешь миллион причем, раз. Причем почему-то идут только большие донаты. Ты серьезно думаешь, мы вот так будем скипать? Я не знаю, у меня нет решения этого. Я могу просто сказать, кто кому сколько задонатил. Вообще, на самом деле, я думал, это такое, типа, офлайн зачисление, типа, просто скажем, если что, передайте, кто посмотрит этот стрим постфактум, закидывайте, мы все всем... Славмайер закинул 200 рублей, чтобы я передал их Славмайеру. Так, а три... комиссия-то в карман. Комиссия не в карман, а каким-то жидам. Ну, этим. Да, ну да. В карман жидам. В карман жидам. 300 рублей на Наруто закинули уже. Ой, хорошо. Ну да, вот такие дела. Макс скачал чит на деньги. Ну да. Так-то как-то полноценно не поздравили. И там вообще, как его, вообще да, да. И Блан МП4, или как его, и Тайнаков стают победителями на первом и втором месте. Да, первый получает 8к, Тайнаков 4к. Как-то мы застопорились. Вообще, ну, как у нас это все распределено, то мне будет просто удобно Олегу Тайнакову скинуть 4к. Угу. Я ему и так отправлял там за всякие турниры, а вы там уже разберитесь с первым местом. Окей, тогда мы с первым местом разбираемся с Колей. Так, и я разбираюсь с тремя местами, которые третье, четвертое, пятое. Там, конечно, сейчас что-нибудь накидается в донате, поэтому, ну, какие-то деньги им точно будут. И я считаю, что обмен посылками — это вообще забавная вещь. Там это всегда круто. Охренительные эмоции, там распаковываешь что-то. Максон, там артецкий в дискорде скинул. А ну-ка, давай. Там Jesus Baxun тебе задонатил, проверь. Пришло, нет? Ну, вообще, давайте так, подведем итоги, а то мы замялись в конце что-то с этим выбором. Это всегда, мы знали, что это будет непросто, что это будет тяжело, но на самом деле я рад, что у нас столько достойные представители этих первых мест было, потому что если бы мы выбирали вообще из чего-то, было бы обиднее. А тут просто 5 гениев. И скажу так, скажу следующим образом. Во-первых, спасибо абсолютно всем, кто участвовал. Каждый ТикТок был топовый, кроме того с этим. Ну, вот этот, который был. Все было супер. Спасибо вам за старание. Спасибо за ваше время, которое вы нам уделили. Спасибо за участие. Я очень горд, что мы настолько активны, что вы настолько активная аудитория. Мне все очень понравилось. Было весело и смотреть, и оценивать. Победители достойны. Все прошло отлично. Еще раз спасибо. Отлично. Так-то я заметил за время конкурса ТикТоков умерло 2 паука. 2 паука? За что, кстати, убили? Хорошая. Бывает, там сиськи из ТикТока вываливаются. Реально, кстати. 4D. Кстати, реально 4D ТикТок, 4D сиськи. Ой, такс. Ох ты, твою мать. Так, значит так, тут закинули Джессарту и Смикету по рублю. Славмайеру, передай Славмайеру, душу разорвал, настоящий победитель. 400 Славмайеру отправится. А Jesus Baxun с кому закинул? Jesus Baxun, Джессарту и Смикету по 1000. Молодчинка. Да, жестко сделал. Олег Тиньков соточку кинул на Наруто. Короче, там еще соберется свой призыв. Тиньков? Уже, да. Тиньков. Так. Пара соток на искусство Джессарт. Зеленые глаза. Еще 200 рублей с Джессарту. Короче, там идет поток. То есть все нормально.
В итоге знаешь, как получится, что, короче, эти ребята, что они больше бабок, и плюс еще там посылки, и, короче, ну, это вечная проблема. Ну, ладно, ладно, мы разберемся, никто не уйдет обиженным, как в этом, как в пикнике на обочине. Сейчас донат 5000 на 5 место, закиньте. 10 минут и тормозим. Вот смотрите, в час 40, все, пацаны, хватит. Так, демократия — это вечная проблема. Ребят, ЧГК. Так, погодите-ка. Да не-не-не-не-не-не-не-не-не, все, мне надо завершать это дело. ЧГК еще. Я вместо ЧГК хочу играть в Outer Wilds. Я сижу, и мне снится эта херь. Я все жду, когда подрублю стрим, чтобы в нее поиграть, потому что хочу очень саму эту игру. Не, ну игра отличная. Игра очень хорошая. Ну там пару человек писало, типа, бля, тут душно смотреть, но это... охуенная игра. Ну, как-то кому хочется задушиться, тот найдет с чего. Она просто... Я ее играл на стриме, она какая-то слишком умная для меня. И она медленноватая, но это не проблема. На самом деле, для долгих посиделок это вообще самое то. Кто готов, чтобы это было так вот, на фоне, тот готов. Угу. Да там какие-то, блядь, ребусы, какие-то луны, высчитывать траекторию, я его рот ебал. Что говорит с челом в чулках, это вообще... Сумасшедшие пытаются членодевку пропихнуть. Максим, я хочу ссать, но я с тобой до конца. You're shitting yourself. Ну, я думаю, сейчас вот через 8 минут подбиваем донаты, и думаю, на этом, в принципе, будут официальные итоги, как бы. Еще раз всех поблагодарим, еще раз все расскажем, покажем, и все, думаю, да. Звони чулкам. Не-не-не, это уже не на сегодня, мне уже надо бежать, уже полвторого. Да мне тоже, на самом деле. Да мне, блядь, да. Это всем надо. Amazing Panda, жрать хочешь? А же не на что, да? Че, в ХС? Я же выиграл конкурс. Ой, блядь, не конкурс. Панда. Ты Лигу стримеров выиграл. Ты же выиграл. Лакри, я не знаю, кстати, залечу ли я в ХС, потому что мне как бы типа рано вставать и все такое. И прям сразу я точно не залечу. Я сначала к жене пойду. Как вы это шлете с Мелкету, если он в Германии живет? Смекет написал уже, что ему ничего вроде не надо, насколько я понял. Он писал в чате, что он не будет бабки брать. Сиёки, чё такое? А чё с ним случилось? Сиёки, давай, спокойной ночи. В Германии. А, он в Германии? Да. А, ну все, до свидания. В Германии рубли не принимают. Das ist Fuck. К чьей же мне, говорит? Да иди че, это я образно сказал, ты не волнуйся. Как только женюсь, я тебе сразу скажу. Но ты знаешь, скоро скажу, судя по всему. Ха-ха, Хайль Гитлер. Отличный был стрим, спасибо Калину за конкурс, все было классно, почаще бы конкурсы. Золден, вообще-то, на самом деле, эх, когда ребенок. А что на самом деле, ты начал мысль, я так... Да я нет, я ее закончил тут же. Ща бы ребенка. На днях, да. Все, всем спокойной ночи. Давайте, ребята, увидимся. Вот, наверное, если... Ну, суббота, воскресенье, наверное, нет. Ну да, нас еще 5 минут. А уже отлетают ребята. Наверное, 12-го. Да. Наверное, 12-го понедельник. Верьте, все правильно. Напоминай.
Джисус сказал, что те два косаря, которые он закинул, их Джессарту тогда. Вроде как. Если я правильно понял. Все понял. В 2000 Джессарту пойдет, окей. Хлебопек, почему ты спрашиваешь меня, что с челом в юбке? Я как-то, ну, не знаю, ему вышлют там батплах в виде Максона, я не знаю. Так, Новорос, укиньте от меня, плиз. Просто лежал и плакал. 200 рублей на ночной Новорос еще кинули. И Славмайру еще 200 рублей. Не, в принципе, слушай, нормально получилось. Как бы по деньгам не пересилили, и как бы и не обидно. Так что да, вообще ништяк. Да. Вообще ништяк. Другой квест должен по Наруто был отойти. Да, Наруто был силен, пиздец. С этим типом... Не-не-не, с этим типом мы еще расквитаемся. Это как бы вот этих вот пятерых точно не бросим. Точнее, троих. Че, Андрей, говорит, Макс, смехету 1000 кинь, я потом отдам. Сука, смехету, я тебя другого не ожидал. Я, на самом деле, ты как сляпнешь, мне даже тебе жалко не становится сразу. Хлебопек, там парочки людей это вышлют всякие презенты, и да, то есть там были призовые места. Сугус Макс, не, в понедельник точно буду. Хочу играть. Хочу играть. А ты на выходных занят? Да-да-да, суббота, воскресенье, да. Сучка. Блин, да, мне надо, по-любому. Мне надо гулять с сестрой, с племянницей, без вариантов. Ладно, а свозить их везде. Придумаю что-то завтра. Говорит, 1000, блядь? Говорит, там 100 было, глазная ты кубаноидина. Ни хрена себе ты придумал. О, отличный трек, можно послушать? Можно сначала его послушать? Ладно, вообще что-то мне прям как-то понравилось, когда мы какие-то штуки организовываем, по-моему, прикольно получается. Кто организовано? Когда мы какие-то штуки организовываем в целом, ага. Какой-то не просто сидим, тупим. Вот, получается, по-моему, крутые вещи. Когда Димас турниры делает. Блин, у Димы уже рука набита на все эти вещи, на турниры и прочую херь. Но на самом деле, я вообще не знаю, мне вообще все нравится. Но у меня есть, короче, идейка одна, но это попозже. А у нас впереди еще конкурс артов. Да? Ну, попозже, только не забудь. У нас в этом месяце еще будет третий... по Теккену, потому что что-то совсем люди хотят, блядь, слезно просят Димас, когда третий по Теккену турнир. Ну ладно, сделаем, конечно. И где-то на следующей недельке я сделаю Путслэм новый. Турнир по Теккену вообще прекрасная вещь, потому что такая изящная. Знаешь, там просто призовой фонд 2000. Там ребята как бы, ну, знаешь, одно место и не бьет. Ну хотя там всегда появляются еще и третье, четвертое, пятое, но все равно. Ребята, мы давно не делали по рестлингу турнир. Мне нравится их делать очень. Ой. Да. Угу. Конкурс мышапов по Пуси Джуси. А сколько, как ты думаешь, умеет вообще мышапить? Там сейчас нейросеть, если это рейв диджей, там вообще нужно как бы. Вообще нужно номинации делать. Были смешные, были ламповые, красивые. Мне кажется, это бы нагромоздило, усложнило всю эту вещь. Типа эти номинации разные, кто кого, где как. Может быть и нужно было, может быть нет, но уже сделали как сделали. По-моему, да, по-моему все вышло более чем прикольно. Да, да, хорошо. Если вам не нравится конкретно, что какая-то работа не получила какого-то признания, то всегда можете связаться с автором напрямую и там типа закинуть ему сотку на телефон. Да. Все же типа в ваших руках. Или вы хотите, чтобы вот совершить правосудие таким образом, чтобы заебать нас, чтобы мы скинули бабки, но это как-то не по-геройски, не кажется вам?
Purple Boy, а какой твой ТикТок был там, где мне смерти желали? Там просто несколько было. Панда, спокойной ночи. В прошлом турике пропустили мимо глаз Смурфа. Ты чё нахуй? Это реально? Так, уже 10 минут прошло. Ну все, да. Так, 40 так. рублей кинул. Наверное, получил. Сейчас посмотрю. Так, и мои 40 ага. рублей получил. Макс, а тебе нравится, что было дальше? Excel, что было дальше? Ебобус, на посылке. Спасибо за стримы, за смех и свист дорог. Прямо от души реально. И трапу позвонить не забудь. 500 рублей на посылке. Раньше как-то получше, что было дальше было. Кстати, хороший донат. 500 рублей на посылке. Так, и еще Славмайеру соточка залетает. Посмотри, Славмайера реально любили. Мы походу бортанули человека, за которого весь чат стоял. Да неправда, блядь, да, я же говорю, ну, я посчитал людей, окей, как на тот момент, когда спамил. Окей, ты как этот, суперхокер, всех узнал, все фейки. Там не было даже фейков, неправда. Его сейчас полюбили, потому что тогда я типа сказал, что 3 человека, и все стали писать, что не 3 человека. Но на тот момент, когда я говорил, было реально 3 человека в чате. Ой, ребят, ну что, давайте ложиться спать, наверное, да, отключаемся. Давайте спадки. Уже 2 часа ночи, тиктоки тиктоками, но надо спадки, хорошо. Прочитал Солярис про океан живой, охуел 7 раз. Есть подобная литература? Братан, ну весь Лем, это одно и то же. У него вся его литература, это как вот одна длинная книга. У него одинаковое повествование везде. Везде вот похожий прикол, что люди не понимают, где они находятся, на какой-то странной планете и там что-то. Короче, просто бери его следующую книгу. Возьми, знаешь, какая называется? О боже, Эдем? Или как же он называется? Про планету, на которой огромные колеса перекатываются механически. И она типа заброшена. Вот это попробуй. Так, окей. Все, давайте. Если кто-то хочет сказать мне спасибо за конкурс, можете задать вот по ссылочке. Это... Все, спасибо. Да-да-да, конечно, не забывайте про Колю, не забывайте про Диму. Ладно, все, включаю, короче, музыку, прощаемся. Всем спокойной ночи, всех любим. Спасибо еще раз, что были, что участвовали, что пришли, что поддерживали, что писали в чат. Всех обожаем просто, всех тёмаем. Что были, да, что суммарно есть. Суммарно было охуенно, мне понравилось. Да, все да. Молодцы. Очень хорошо. Все, целуем вас крепко, спокойной ночи. Давайте, пока-пока. Cup. Zombies trying to sleep. Zombies surround me. I'm out of place. I feel so weak. People staring at me. I crave the quiet. I love the